Друзья, мы продолжаем играть в приключения Робин Гуда, значит, подготовку проходим к третьей главе. Здесь нужно положить вот так вот две печати, и сюда лиловый диск, он замешается в мешок, когда надо будет сюда выложить печать по указаниям игры. Также замешали 18 этих кубиков и 3 белых в мешок. Теперь переверните печать в выемке 1 и выполните ее условия. 4, 6, 9, 11... Переворачиваем солдат. 4, 6, 9, 11. 4 вон там. 9, 11 на мне. 6 вот он. Есть. Дворяне 13, 18, 19. 13 вот он, вижу. 19 есть. 18 есть. Угу. Все. Опа. А там что, плащ? А как ты думаешь? То есть, если это возможно, минус одна надежда и переверните на поле. Ну, минус одной надежды у нас не вышло. Продолжайте читать. Так, глава третья. Золото для короля Ричарда. Угу. Весть о том, что Робин Гуд и его друзья дерзнули ограбить нескольких дворян, распространилась со скоростью лесного пожара. Благодаря тому, что они отдали голодающим все отнятое у богачей, в сердцах бедного сельского люда зажглась крошечная искорка надежды на выживание. Все вот это мы сделали. Страница 33. Два уровня сложности. Вау. С этого момента вы, если пожелаете, можете выбрать легкую версию приключения. Нет. Если вы выбрали ее, поместите второй серый диск поверх лилового диска в выемке печати 3. Нет. Ну, то есть добавить еще серый. Так. Нет. Будем играть. Так, так. Этот диск входит в игру вместе с лиловым. Переверните жетон 121 виселица так, чтобы веревка не была видна. У-у-у. И жетон 190 сундук в верхней части леса, так, чтобы сундук не было видно. Есть. Начальная подготовка игроков. Робин и один другой игрок помещают по одной из своих стоящих фигурок в тайный лагерь, так, чтобы они соприкасались с костром. Так. Ага. А Робин и другой один игрок? Один другой игрок. Один другой. Так. Ты еще себя забрал, да? Если в игре участвуют более двух игроков, остальные размещают свои фигурки так, чтобы они касались куста боярышника. Слева в тени леса. Чё? Какой куст боярышника? Слева в тени леса. Вот тут нарисовано, смотри. Где? Вот. Куст боярышника. А чё мы его не видим? Может, мы тупые? Так, понял. Покажи еще раз. Может, это в том лагере есть куст боярышника? А ну, посмотри. Сейчас, где он тут открывается? Да, лагерь, лагерь. Да я понимаю, что лагерь. Не, нету. Я не про то. Нету боярышника. Слушай, он сказал, значит, значит, он не в лагере. А, там в тени от вот. Леса. А, вот, вот он, куст боярышника. Господи. Да. Охренеть. Не могли карту, ну, хотя бы мелко нарисовать? Может, мне надо было туда? Ну, хотя бы какая разница? Разбойники, нашедшие безопасное укрытие в чаще леса, усердно обустраивали свой тайный лагерь. С помощью хранителя леса за пару недель они расширили границы своего убежища и проложили скрытые тропы среди лесных крон, угу. Так называемые древесные мостки. Переверните следующие жетоны, все в лесу. 31. Подожди, вот он. Наверное, 35 какой-нибудь. 33, 35, 36. 31, 33, 35, 36. 35, 36. Вау, круто. Теперь, короче, мы можем по вот этим мосткам. Угу. Новое правило, первое. Прыжки по мосткам на деревьях. Вы можете запрыгнуть с земли на древесный мосток и таким образом войти в свой тайный лагерь. Или выйти из него. Вы можете перепрыгнуть с одного мостка на другой. Прыжок запрещен только в том случае, если ваша движущаяся фигурка слишком коротка, чтобы коснуться поверхности, по которой можно ходить. Например, на другой мосток или на землю. А так нельзя, наверное. Можно так? Мне кажется, нет. Можно. Да? Нет, одна стоящая, видишь, нарисована. Это, мне кажется, прыжок, потому что ты разогнаться должен, типа, чтобы перепрыгнуть. Нет? Да, только этим. Хорошо. Они специально, наверное, только бегом можно перепрыгивать. Ну, нет, вот здесь, например, можно перепрыгивать. Здесь обычно. Можно маленьким, да. Да. Одним, короче, вот надо. Вот здесь перейти, маленьким, да. Можно. Mm. И здесь можно. Только вот здесь, видишь, не так. Здесь, да, нельзя. Ну. Примечание. Ни стражники, ни Гай Гизборн не могут видеть вас, когда вы стоите на древесном мостике или находитесь в тайном лагере. Угу. Новое правило 2. Лучники к бою. Вау. Теперь каждый из вас может положить один кубик своего цвета на лук. Так. Слушай, мне нравится. К
Как пользоваться луком? Если вот игрок кладет деревянную стрелу у основания стоящей фигурки, и острие стрелы касается жетона стражника, игрок может выполнить действие бой прямо на расстоянии. Даже вот так, да? Важно. Далеко, да. Лук можно использовать только против стражников. В зависимости от того, играете ли вы приключения в первый или во второй раз, герб на игровом поле должен отображать либо 1, либо 2 плюс. Убедитесь, что исследуя игровое поле или выполняя вышеуказанную подготовку к началу игры, вы прочитаете текст, соответствующий так. Поместите одну из стоящих фигурок Гисборна в тени перед воротами замка. Вот туда. Вот здесь. Переверните жетон 126 во дворе замка и жетон 74, тень между лесом и замком. 126 во дворе. Что там? Дверь какая-то. Ага. Палач. Слушай, поговори с ним надо. Поговорить. Жетон 74, тень между лесом и замком. Вот. Вот этот. Чпоньк. Чтобы там... на них были видны люди. Чувак с конем. Жетон 90, хранитель леса, чтобы хранитель не был виден. Ага. Темные события. Красную ленту между 36 и 37. Каждый раз, когда из мешка тянется красный или лиловый диск, вы должны зачитать вслух соответствующей страницы. Угу. Понятно. Ну все, подготовка к игре завершена, наша история продолжается. Ночь была безлунной. Единственная свеча едва освещала комнатку в башне, бросая багряные отсветы на лица двух мужчин. Один оторопело открывал и снова закрывал рот, не в силах вымолвить ни слова. Другой пристально смотрел на него. Наконец первый собрался с мыслями и прошептал. Это государственная измена. Сир, ваш брат, он вздернет нас бок о бок. Сидевший напротив него человек отозвался надменно. Я не спрашивал вашего мнения, шериф. Все уже готово. Мой план сработает. Говорящий откинулся на спинку стула, и его худощавое лицо полностью исчезло в темноте. Я задал простой вопрос. Хотите вы быть частью этого плана или нет? Помолчав, шериф кивнул. Да, ваше высочество, я к вашим услугам. Завтрашний день начну со сбора нового военного налога. И он задул свечу. Спустя несколько дней плохие новости достигли и тайного лагеря разбойников. Шериф со стражниками, как саранча, прошелся по Ноттингему, вытрясая из людей последние гроши. Его приспешники сняли даже небольшой золоченый крест церкви со словами «Это на крестовый поход короля!» Переверните жетон 251. Смотри. Крыша церкви. Опа, без креста. Вот уроды. Безбожники. Безбожники. Сундук за сундуком, набитые монетами и драгоценностями, свозятся в Ноттингемский замок на хранение перед отправкой на юг. Переверните жетон 72 во дворе замка. На нем появился вопросительный знак. Это сокровищница. Вот ее-то нам и надо обчистить. Робин обратился к товарищам. Шериф уже досуха выжал местных. Не дозволим же ему отнять у них последнее. Но, Робин, как же нам попасть в замок? И если нам удастся украсть хоть один кованый сундук, полный золота, как мы собираемся его вскрыть? Цель этого приключения. Вы должны украсть из сокровищницы сундук золота и вскрыть его до того, как песочные часы будут убраны с плохой концовки. Первое задание. Вам нужно найти способ попасть в замок, чтобы осмотреть сокровищницу. 72. То есть сначала просто осмотреть надо вот это. Это наше первое задание. Угу. Вы также должны найти того, кто сможет открыть сундук. Совет. Хорошенько подумайте, кто может вам в этом помочь. Ну, кто? Теперь вложите золотую ленту вот здесь. Плотник. Затем тяните из мешка первый диск, да начнется приключение. Плотник может нам в это помочь. Плотник. Может, да. Плотник или кузнец, кто там у нас был еще? Есть кузнец? Кузнеца нет. Плотник, да? Плотник есть. Это жена кузнеца. Это жена кузнеца. Можно с ней поговорить. Да. Можно нам какую-нибудь отмычечку там. Жена кузнеца, плотник, и нам нужна веревка, чтобы залезть туда. Мне не до сна палач придет на рассвете. А есть скрытый проход какой-то, как думаете? Да, есть. Вот. Мне кажется.
Но исследовать его нельзя. Угу. Но надо это башня. Надо разговаривать с вот этим чуваком, он недаром здесь трется. Колесо, и вот этот колесо. Появился именно в этом сценарии. Да, вот этот появился. Вот с этим надо говорить, да. Он появился прямо в этом сценарии. А с этим, ну тоже можно. Тогда надо колесу сначала сходить. Колесу, ну на всякий случай, чтобы... Колесо обозрения. Мы ни разу на колесе не обозрения. Не знаем, что он вообще дает. Колесо. В смысле? Ты к телеге его прикручиваешь, и она катится. Да, ты не знаешь, зачем колесо? Подожди, и как она катится? Ну как, вначале прямо. По законам физики она катится. А потом падает, потому что она на одном колесе. Ну что, кто первый? Я могу шмальнуть вот в этого. Да зачем сразу шмалять? Ты хочешь испытать просто эту... А надо. Ну стрелку. кубики фиолетовые поубирать. Подожди, да он может сейчас перевернется, красный выйдет. И что? Ну нам нужно его убить. Поверни же, то он не поверни. Давайте, вы скажите, куда надо идти. Ну? Я могу вот этого еще шлепнуть. Подожди. Ты хочешь как выходить? Если ты тут будешь выходить, он тебя не заметит. Да вальнуть его надо в любом случае. Надежду повысить и кубики фиолетовые поубирать. Да. Давай шмальнем. Шмалять. А ты подожди, а ты можешь шмалять через елки? Я могу с помостика шмалить. Ну, тогда походи. А могу вот здесь этого шмальнуть? Вы кого скажете? Там же не обязательно с помоста стрелять, правильно? Стрелять же можно в любом. Откуда хочешь. Ну. Я сейчас вот сюда подойду, и вот отсюда, вот смотри, я. Не, лучше вон того, потому что ты тогда потом за колесом сходишь. Давай, поехали. И там есть еще вон этот знатный господин. Нет, если вы хотите, давайте обсудим. Только пешочком давай, пешочком. Я дойду пешочком, смотри, вот я запрыгиваю. Ну давай. Запрыгунила так. Я? Такая, прикинь, в юбке. Белый замешал. Потом прошел сюда. Встала я вот здесь, а. Тише. Вот тут, а я. И только дотягивается. И... Да, понятно, что дотягивается. Давай. Там тоже, да, кубы надо тащить? Кубы надо вот так. Да, да, обычная атака. А не сбрасывается? Нет. А, я думал, ты типа один раз шмальнул. Нет, еще. А, тут еще типа, ну понятно. Ну, тоже неплохо. Чисто дальний. Да. Так, все три. Давай дальше. Нормально. Ну, это в этом сценарии нам дали. Скорее всего, в следующих не будет луков. Посмотрим. Бам. Красный. Ой-ой-ой-ой. Да что, сначала пусть лучше мы... А, ну да, сейчас он будет. Он в любом случае выйдет. Да. Так, такое. Красная метка. Давай. Надежда на... по одному за каждого игрока. Переверните печать в выемке 2. Это может быть плохо. Не, нормально. Нет. 7-8. 7 посередине, вот он появился. 8 внизу, вот он. Угу. 7-8. 13-16. 13-й вот этот ушел. А 16-й. Вот он. Хорошо. Это который шапочник. Ну, шапка и плащ у нас есть. Да. О, кстати, пойду-ка я. Кстати, у него плащ. Да. Да ладно. Да, я только понял. Так, переверните указанные жетоны, если на этих жетонах нет песочных часов, также указанный жетон повозки восьмиугольной. О, подожди, переверните 24. Также и указанный жетон повозки. Вот теперь переворачиваем. Угу. Все. Повозка так, появилась. Это вот она едет. О, и угробануть, ну, скорее всего, можно. Нет вопросов. А, пока что нет. Но, возможно, будет правило, что нам можно... Новое правило. Конечно. Давай. Игрок может угнать повозку и воспользоваться ею, чтобы проникнуть в замок. Для этого нужно победить возницу. Игрок должен вытянуть из мешка 2 белых кубика за один свой ход. Значит, избавляемся только с предметами. От... Награда. Культурных. Игрок переворачивает жетон повозки и вместе с ним любой восьмиугольный жетон во дворе замка. Ага. 23 или 25. Он может положить свою стоящую фигурку на место кучера повозки и оттуда запрыгнуть на замковую стену или спрыгнуть во двор. Примечание. Это один из нескольких путей в замок. Если чья-то фигурка сейчас стоит на той же открытой местности, где есть стражник, но у нас таких нет. Угу. Время на исходе. С плохой концовки, фишка песочных часов. И также с каждого стражника и дворянина. Уберите еще одну фигурку, если на нуле. Ну все, дальше доставание. Ну неплохо нам прилетело. Слушайте, повезло, прям открыли 24. Угу. Так что норм. Ну, щемитесь. Вперед. Вот думайте. Я пешком пойду. А, я тогда не перепрыгну. Подожди, ты должен на нее зайти. Тут как-то вот так. А пешком, может, я напинаю этого тогда? М? Пешком просто напинаю. А, у меня же лук есть. Да, зачем? Ну, стреляй с этой штуки, понимаешь? Да, я луком тогда сюда. Зачем? Да поближе, поближе подойди, чтобы потом перепрыгнуть. А, ну да, 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 вот этим вот вторым. Мне надо фиолетовый, на самом деле белые не нужны. Сейчас да, сейчас три, просто да. Три фиолетовых. Раз, давай. Я три. Пойду мужика мочить. Белый закинули? Да, конечно.
Есть. Сорян. Нормально, 2-1, нормально. Ну, минус это повысит. Ну, это тоже неплохо. Да, и да. И часики на него. Так, я немножко... Часики тикающие. Да. Есть. Давай, следующий. Погнали. Мне не до сна, палач придет на рассвете. Палач стоит во дворе. То где они? А, вот а прикинь, если ты будешь пытаться ограбить повозку... Филолета. И белые будешь доставать, они же уйдут. Да. Конечно. А достал один, он все равно уйдет. Да. А мы да. не знаем, сколько это. Короче, это сложно. Повозка очень сложная. Надо просто накидывать белые. Угроза нарастает. Положите по одному лиловому кубику за каждого игрока. Ну, вот тебе три. Гай Гисборн двигается по кратчайшему пути к персонажу в данный момент ближе всего. Я, наверное, да? Гай Гисборн не может видеть вас, когда вы находитесь на древесных мостках, в тайном лагере или в замке. А, не никуда. Нет. Да. Он все равно начинает двигаться к персонажу, который в данный момент находится ближе к всех. Находится к нему ближе всех. Но не видит. Но он не видит, но двигается в этом направлении. Двигается, но не видит. Всё, как понятно. Он может двигаться, если он увидит? Но он просто катается, он не за тобой. Он бежит в нашу сторону. Да, он просто по следам где-то там ходит, высматривает. Просто он не сможет тебя настигнуть да. здесь, на мостках и в лагере. Понимаешь? Но он двигается в нашу сторону. Он просто двигается. Написано, начинает двигаться к персонажу, логично, который логично. Находится ближе всех. Он патрулирует, вот, скажем так. Тут написано, не может видеть вас, когда вы находитесь на древесных мостках. Да, все нормально. Персонажей, которые находятся там, он проигнорирует. Ну? Значит, он дай. Не двигается. Да не может нет, он стоять он, на месте. Нет, он не будет хватать того, да. кто тут, понимаешь? Он к нему придет, но он его не схватит, он не знает, где он. Но он а просто... зачем тогда он идет? Он патрулирует территорию, вот. Он же нас вот. Ищет. Ну, читай. Если Гисборн не видит никого из персонажей, например, потому что все стоят на мостиках, Гисборн остается на месте. Ну ладно, спорите откуда ты это убрал? Вот это ты откуда сейчас сдвинул? Я не знаю, это ты сдвинул. Так. Ну, ты вот эту штуку бросил, на чем изначально было? На пятерке? На шестерке. На шестерке, потом... Нет. На пятерке. На пятерке, на два, на тройке. Нет, подожди. Было на пятерке. Да. Понизилось на... Сколько? На три на один за каждого игрока. На три. На три, на все, на тройке, значит. Все. Окей, значит, если мы типа не выходим, он стоит на месте. Ну, я же просто говорю, это неявно написано. То есть, там написано... четко написано, игнорирует, значит, не идет он к этому персонажу. А до этого написано, что он двигается к ближайшему персонажу. Не но... написано, видит он его или нет. Да, 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 об этом не сказано. Тут вординг расплывчатый. Двигается к ближайшему персонажу, но если он его не видит, значит, игнорирует. Но об этом-то не написано. Да написано. Ну все, короче, спорный момент. Да четкий вординг, я сразу хорошо. Понял, как надо. Молодец. Так, желтый. Ходи, желтый. Вот, я еще и ходить буду. Давай стреляй я его. Стреляй дальше. Шлепну его. Да белый закидывай. Ты наш. Хоть походишь, может, белый закинешь. Или, а, даже если не хочешь, закидываешь. Да. Закидывай, закидывай. Конечно. Так. Да, лучше с мостков валить. Да. Смотри. Два. Ай-е. Блин. Белые расходы. Нормально, плюс один. Там их четыре, что нормально. Зато мы мало. Эту фигню повышаем. Ну зато мы все-таки и лиловые убираем с другой стороны. Ну их там очень много. Ну... Штук 16-15 осталось, а наших там 4. Раны ну, выйти. Уже стараются. Шансы. Да. Это рано однозначно. Это вот рано. Это рано делать. Это очень рано, ты че? Синий. Ну тогда просто... Тоже из лука постреляй. А в кого? А, по кому? Просто буду ходить. В тебя. Не, ты можешь, кстати, вот на эту выходить уже спокойно. Какая разница, в лагере все равно. Не надо. Почему? Ну двигаться надо куда-то. Выходи на это. А, подожди, стой, это же закрыто. Да. А, подожди, тогда я не могу через него. Нет, выходить. Не можешь. Все, можешь. Все, все, все. Это вот сюда кто-нибудь встанет, тогда, пожалуйста, открывается. А тут только бегом, да, через меня. Раз. Два. Я сзади. Ты ж не можешь сюда ставить. Только на да мостке подожди, она должна. Я понимаю, на мостке, что на мостке. Куда вот, ты? Смотри, вот так. А я, мостке. Получается, ему ход загородил. Да, ну какая разница, я к тебе сзади прижмусь вот так вот аккуратно. Эй, там сзади. И все хорошо. Поаккуратней, пожалуйста. Вот это. Просто прижмусь к тебе. Не надо ко мне прижиматься. Я... Здравствуй, Робин. Он сзади подходит такой, угадайте, кто. Да. Угадай, кто. Такая тушь. Джон, шел бы ты. Давай, следующий. Как скажешь, белый. Только куда? Белый, белый, белый. Все последний, ходим. Да? Да. Да больше другого нет. Ну давай, давай я первый. А, как ты через меня-то? Переступишь шутка. Через... Давай, прыгай.
Нет. Нет, тут, блин. А я могу вниз сойти. А куда нам? Вот с этой дамой поговорить? Зачем? Не знаю, она может помочь. Она с этим хлебушком даст. Поговорите хотя бы раз с этим. Мы не знаем, что он нам скажет. Если бы мы знали, что он нам скажет, но мы не знаем, что он нам скажет. Ну, до него ты допрыгнешь, да? Да, с белым кубиком. Давай. 120-й мне прочитайте. Давай. 120. Белый закинул, да? Есть маршрутка у нас такая. Да. Себе забрал. Так, золото для короля Ричарда, да? Да. 123. Смотри, извиняться придется. Извините. Торговец замечает вас. В эти дни молва о твоих деяниях бежит впереди тебя. Я приехал из Рейвенхерда, что к северо-западу отсюда. И во все время пути только и слышал, как простой люд толкует о Робине Гуде и его разбойниках. Вы спрашиваете, а, как попасть в замок, б, как найти кого-нибудь, кто сможет вскрыть сундук. Нам еще не забывайте, нужно найти того, кто вскроет. В, может ли он вам помочь? Да, прежде чем попасть, еще найти надо. Но как попасть в замок, один путь мы знаем. Да. Надо с этим поговорить. Давай, кто может нам помочь вскрыть сундук. Б. Я уже сказал, что не местный, и поэтому не знаю, кто поможет тебе открыть сундук. Ну да, типа... Но позволь и мне помочь тебе, уж чем смогу. Вот, возьми из моей тележки бочонок вина. О, спасибо. Теперь вы можете положить один кубик своего цвета на изображение бочонка. Вот этот бочоночек. Угу. Что он делает? Затем переверните жетон бродячего торговца. Что делает бочонок? Во время перемещения за один бочонок вы можете дополнительно использовать бегущую фигурку одного из ваших товарищей по команде. Затем вы должны убрать кубик своего цвета с изображением бочонка обратно. Он, короче, бухнул и побежал. Да. Ты допинга, можешь прям допинга выпил. Шандарахнуть. Да. Да, неплохо можно побежать так. Плюсом. Ну ходи давай, смотри, что. Ну мы можем вот эту положить. Колесо ты хотел. Если бочонок, вот будешь вот это выбрать. Ты ж колесо хотел посмотреть. Да, я хотел посмотреть колесо. Или плащ будешь забирать. Нет, колесо. Да, тут плащ не нужен. Да, да. Тут ты постоянно давай, по себе стреляешь, давай. Поэтому тут плащ вообще не нужен. Согласен, да. Тут по верхушкам будем прыгать, и все. Вообще пофиг. 180 прочитайте мне, пожалуйста. 180. Нет, это 170. Колесо! Сансары? Пам-пам, 183. Вы находите в подлеске обломки телеги. Ничего особо полезного среди них нет, кроме разве что небольшого круглого щита. Да, ты нашел щит. И переверните. Я думал, это колесо, это оказался щит. Щит. Ну я тупая. Вы можете использовать щит, один кубик за эффект, чтобы защитить свою фигурку, если ее коснется фигурка Гисборна. Затем вы должны убрать кубик своего цвета с изображения щита обратно в общий запас. Фуфло. Не, ну если догонит, то и не потеряешь фигуру. Лучше бы от стражников. Ну, может. Мы тут по верхушкам скачем, куда он нас догонит? Ну может там поможет. Да всякое бывает. Чё? Сейчас мы его в лес заманим, а потом свалим. Будешь в замке его танковать. Дальше. А мы вообще, знаете, что можем? Можем тут быть, чтобы он нас сюда, а потом мы в замок попадем и ему назад. А потом скакать. Суп с котом, тяни дальше. Серьезно, чё тяни, я хожу. Кидай. А, ходи. А, ходи, да. Перепрыгивай. У нас же каждый ходит. Я думаю, перепрыгивать или нет. Перепрыгивай. Почему? Вы все поспрыгивали. Сейчас вот здесь стражник появится, будешь его валить. Да лучше кубики белые крафтить. Варкрафтить. Да. Ну давай. А куда ты идешь тогда? Да я думаю. Почему нельзя перепрыгнуть? Я к ней уже скажите, ты ж можешь типа, смотри, вот я спрыгнул с помостика и запрыгнул на помостик. А, ну да. В чем проблема? Можешь. А можно, да? Да. Ну все тогда. Ну типа, и че? Без проблем. Давай. Так вот, оп. Да, да, логично. И белый кубик. Бежал, такой вниз спрыгнул, а потом так тэу, слушай, дальше. А вот отсюда нельзя, да? Хотя вот если... По мостикам, как ты через лес? По мостике, тут ты не долетаешь. Напоминает Far Cry 6, где у них же тоже там эти свои тропы у этих чуваков. Да, да, да. Так, ну я все получаю. Все, закидывай обратно. Больше нету? Закидывай, да, доставай дальше. Только не красную давай, а ты сейчас этот добавил. А какую? Нормально. Давай фиолетовую. Не. О, белый. Все, отлично. А что делать? Отлично. Грабь. Нам плащ-палатка нужна. Да подожди. Ну кубики поскидывать, во-первых. Вот к этому надо идти разговаривать. О. К
как зачем ходы? Прикинь, как далеко нам. Смотри, туда, а мы в конец карты. Смотри, я что предлагаю. Чё? Копить белые кубики, ну? Скидывать фиолетовые. Это можно сделать, как раз-таки напав вот на этого. А потом, ну... когда мы сочтем нужным, мы нападаем на этого. А, по нему стрелять нельзя. А вы ищите того, кто может вскрыть сундук. Кто пойдет вот сюда, вопрос у нас сейчас стоит номер один. Кто пойдет сюда, а кто будет охотиться? Надо искать того, кто вскроет сундук. Давайте я сюда. Ты иди вот сюда, я думаю, где-то в городе он найдется. Я буду не сейчас... может все быть в этой я области. Вот тут буду слазить и буду куда-нибудь сюда. Надо пройти. Разделяться. Иди тогда, грабь его. Отличный. Грабить караван? Грабь мужика тогда. Да ты ж, луком нельзя здесь. Нет. Да. Нет, его нельзя. Его не убивать надо, он нам нужен. Да, это стражников можно. Само... В да, колено. Стрела в колено. Мне кажется, это шутка в каждом. Что, сразу? Блин, фиолетовый не скинул. Плюс 2. Да, не скинул. А, плюс 2? Да. И... За этих плюс 2. И что еще? Плащ. Плащ-палатка. Ну, остальное, где шапку взять, я знаю. Да, он сейчас ускорит. Ну и все, и будешь неуловимым мстителем. Так, теперь... А он тебя тоже ж не видит. Нет. Но мне нельзя будет ни на кого нападать. Да, да, драться нельзя будет. Ходи. Ну, я буду ходить такой горожанин. Горожанка. Молдаванка. Че, пойти с ней пообщаться? Да иди, я буду тут тогда перепрыгивать. Или на мостике. И тут буду слазить. Иди вот с этим пообщайся. Он не явно, он ну, явно я не пойду, просто так я в этом пойду, сценарии. Я же говорю, я сюда слезу пойду. И вот пойду по этой тропе. Разделимся. Давай. Вот эти часы мне мешают. Ну убери. Да что ты все бьешь? Он сбивает часы. Кошмар. Бери. Единички. Да, все. Да ты ж не прикасаешься к ним. Все просто сбил. Тебя бы уже с турнира, блин, с вахи сняли бы. Поэтому читер. Я не играю в ваху. Белый кубик закиньте. Да я закинул. Да еще один закинь. Ну просто, чтобы было. Не, так. Он за кубиками следил. Кто не ходил. Все, да, теперь я хожу. Может даже не перепроверять. Раз. Ну тоже не касаешься. Я пытаюсь не сдвинуть. Вот. Раз. Да. И... Я вот так вот могу сделать? Не могу, да? Через деревья ж нельзя? Не-не-не, тебе короче, надо по этим прям, мазкам, прям да. По тропиночке. Ну, тогда да. Вот так вот. И вот так вот. Раз. Угу. Все, белые отходили. Тащи. Вот все втроем отходили. Оп. Желтые вперед. И что мне делать? Ну, куда ты собирался идти? А, вот этого грабить. Как далеко. А что делать? Мне шапка нужна. Ну иди потихоньку, иди. А тут больше ничего нет. Не, иди. В обход нельзя. Иди, вот через иди. Этого пройди тогда. Иди потихоньку. Или вот здесь вот собери, что это, кстати, такое. Главное в тени держись. Ну, или, мне кажется, тут эти мостки можно сделать еще один. Ну вот это... О, скорее всего, да. Да, ну, я не знаю, сейчас можно. Да, по-любому. Все, хотя подожди. Да, там же вопросик, значит, можно. Все сдвинул, не коснулся. 14. Два тебе. По ходьбе. Не, надо выше. Ладно, уже поставим. Фишки мне. Тени. Бамс. Зеленый. Тогда мне щит будет не нужен. Гэнстер если щит. Я шапку сопру. Че, бежать не, или нет? Не, нам надо белые кубики подожди, нарабатывать. Тут ты да, нарабатывай. Гору задеваешь. За меня ж ты положил. Да. Да, все. Я все время забываю, что ты шаришь. Смотри. Белый добавь за меня. Да, вот он у меня в руке. Угу. Этот, ты если... Я хотел что-то сказать, сбили меня. Если тебя раскроют, рано или поздно... Сзади, говорю, сзади. Что? Нам же в любом случае, может быть, придется драться. Тогда тебе придется скидывать твой плащ, и щит поможет. Будешь танковать. Да. Зачем тебе щит? Понадобится еще. Я не собираюсь с таким драться. О, я нет, леди. Надо. Двоих застрелил, а леди. Ну это так. Одного застрелил, а другого... А те не считаются. Это другое было. Это другое. Это было другое. Фиолетовый, считай. Ну это Гизборн. Поехал. А вот к тебе пойдет, либо ко мне. Вот этот ближе. Так, три фиолетовых, три лиловых кубика добавьте. Да. И к кому он едет? Я ближе. Ты ближе, да. Явно. Тут, короче, надо линейку еще прикладывать. Тобдык. И все, да, получается? Сейчас у нас. Подожди, еще... он прям должен к тебе бежать. Блин, у нас сейчас еще один фиолетовый замешается, ребят. Когда? Когда сейчас красный будет. Да. Ну, следующий. Синий. Давай. Да, он будет ускоряться. Конечно. Блин, мне нежелательно, чтобы он меня касался.
Я неприкасаемый. Ну, буду убегать от него. Получается, я слезу раз. Можно попытаться все-таки телегу? Развернусь. Да уже нормально накидали. Пойду два. Ну, залезешь ты в замок, что ты там будешь делать? А ждать, пока вы найдете способ открыть сундук. Ты прикалываешься? Будешь там бесполезным? Ну, с палачом поговорю. И белый. Я все. У нас же главная задача сейчас вот сюда просто проникнуть. Ты оттуда выйти не сможешь. Я не собираюсь выходить. Серенький. О. О, че, о, куда нам? Мне надо, да, мне далеко идти. Сейчас вот этот, если вылезет, бой или там что поймает. Тоже такое. Тебе только если пробежать. Пробежать. Только пробежать. Блин. Ну. Ну ничего, один потеряем, но если добежишь сюда. Не, давайте кто-нибудь другой тогда ходите. Потом. А? Я в следующий ход это сделаю. Давай я с девушкой поговорю. Да ты тоже. Может, да у тебя и так да много действий. Ты говоришь, я пойду в замок, буду сидеть там ничего не делать. Какой смысл? Дай другим походить. Тут стражник еще поймает тебя. Нет. Да, кстати. Не надо. Красный! А следующий красный. Надо его вальнуть надо. Кирдык тебе открою. Поэтому красный же вышел уже. Нет, ты еще. Видишь его? Он, я же говорю, он сейчас нет. Будет. Еще красный. Сейчас последний красный останется, поэтому надо валить. Я вот так. Вот так. Белый копить. Я вот это смотрю. Так я и коплю белый. 64. Можно я? Нет, на. Нет, на. Нет, на. Я же белый коплю. Есть белый. 54. А что ты лежишь? Как ты стоял? Так 64. А есть только 54. Фил, он устал. А, меня уронили. Я еще не пил, но меня уронили. Вам на глаза попадается старое трюхлявое дерево. Так. В его ветвях висит пчелиный улей, ой, полный есть. Прекрасного ой. Меда. Вы можете сейчас положить в мешок один белый кубик. Да. Важно, жетон 64 не переворачивается. А значит, его можно исследовать еще раз. О, буду крафтить. Белые кубики. Тут можно продолжить чтение, если у тебя есть топор. А, короче, можно сделать нужен, мостик, да. Топор сделать нужен. Его можно. Понятно. Топор нужен здесь. Все. И поехали. Красные, я так понимаю, последний, да? Угу. Вот теперь читаем. Ты у нас спец по красному. Ай, да. Раз, два, три. Угу. Теперь переверните печать в выемке 2. Уже переворачивали. Скорее всего, вот это нужно перекладывать куда-то было. А, на страницу 38 и 39, да. С вами хотят подороже. А, подожди. Раз, два, три. Добралась ли повозка до замка? Если жетон повозки в лесу, все, лежит лицевой стороной вверх, игроки переворачивают его, и одновременно любой восьмиугольный жетон во дворе замка. Уехал, да. Не успели. Ну, они будут периодически ездить. Кстати, мне кажется, да, они будут периодически кататься. Ага. Мне кажется, да. Повозки, попавшие в замок, нельзя угнать. Логично. Ну, все равно по одному на игрока. Раз, два, три. Угу. Достаньте печать из мешка. Если на печати изображен бард. Ну, все как обычно. Красивую только достал. Этот в мешок. Хоть бы бард. Нет. 5, 8, 10, 11. 5, вот тут. Вот пятый. 10. 8, вот он перевернулся. О, отлично. Ушел. 10. 11, подожди. Убирай часы. 11 в лесу, часы убери. Часы убирай. Угу. И 8 где-то здесь. А, все. Все, он ушел. Опять. Дворяне. Там ушел. 15, 16, 21. Так. 15. 16. Блин, вот шапка моя ушла. Шапка. Падла. Ну. 16. 21. Я пока дойду, правда. А где 21? Вот. Вот 15. Вот 21. Подожди, вот 15. Рок. О, пошел я его треснуть. Тут меч. Угу. Фил, если что, можешь его пострелять, чтобы скинуть кубы. Жетон повозки. Повозок нет. Подойти тогда ударить. Стража атакует, не атакует. Время на исходе, минус песочные часы. И все. И теперь 40-41. Да, стрелять нельзя. Че, это заспойлерил? Не, ничего тяни. Ничего не заспойлерил. Нет, ну просто лицо страшное. Лицо. Это, если что, ты его можешь ограбить. Плюс 2 будет тогда туда. Да, да. Ну я попробую. И кубики поскидывай. Давай, ты ходи и нет, я буду.
Так. Иди считай. Ты пойдешь к нему. Да, да. Ты можешь тут еще метку собрать. Да я ж и думаю. Ну, два кубика белых отправишь туда. Я просто смотрю, я тогда пойду сюда. А что ты добиваешься? А. Так и что вы хотите сюда? Этим сказать? Да, придвигай. Да ты... Ну, подожди, я не вижу отсюда вот так, да? В любом случае... на краешек на самый. Ну, смотри, стой. Хорошо, даже если вот так, в любом случае сюда попадаю. Тут да, да, 2 да. метра. Вот, вот так даже, да. Самый. Ну, еще белый кубик. Эй, два тогда получается, да? Да, два. Один просто и один за это. Сейчас вообще нормальные варианты у нас уже по сражениям. Есть. Поехали дальше. Да. Еп. Серый. Серый. Ну что, я тогда этого... У него меч, скорее всего, будет. У него меч. Меч. Голова с плеч. Плюс два в любом случае нам надо. Ну, давай. Давай мешок. Один белый закидываем. Давай, давай. А, он же в конце хода. Нет. Подожди, нет. Ты походил. А закинул, потом либо а бой, потом... либо да. обыск. Да, да, да. Все правильно. Правильно, да. Белый закинул? Да, да, да. Давай. А белый? Хорош и белый. Так, нет. Блин, ну, тоже неплохо. Скинь, нормально, скинь. Нормально. Ну, плюс два, да. Зато нет. Сейчас белый выйдет, и я его вольну. Давай, вытаскивай. Мой жетон, я хочу того гробану. У него там рог. Отлично, давай. Спасибо. Шлёп. А ты красного не боишься? А по красному потом белым постреляешь. Там ну, если стражник. Он ходить не будет, конечно. Ну да. А! Ну, ограбь его рогом, если что, красный замешает. Да, да, если я грабил. В крайнем случае. Ограбишь, там много белых. Каким рогом? У него рог. А. Если рогу. Грабану. Если давай. Грабану, да. Ты белый положу. Да, да. А белый положу? А белый. А-а-а! Вот он, молодец. Который он положил. А, раз, два, подвинул. Да, и рог мне, пожалуйста, дайте. Давайте. В рог. Если сейчас давайте. Красный просто выйдет, я в рог трублю и... Да, и отменяешь. И отменяю. Вот. Все ходим. Все ходят. Давай, я первый? Давай. Я мог бы белых кубиков еще наделать. Наоборот, нужно побольше этих убрать. Хотя... Ну, я дворянина сейчас мочкану. Не. Пусть сперва он походит. Блин, хотя разницы нет, да? И там вообще надо перетянуть. Тебе да. Вот с этим еще поговорить. Ну, я могу пойти поговорить. Вот, я тебе и говорю. А, я пойду поговорю. Нет. Либо плыви в город. Топорщ. Я три красных кубана фармил, пойдет. Ой, красный, господи, белых. Так, я пойду туда. Ну, мочите тогда. Давай я первый. Мочи. Давай, мочи. Давай. Закинь подожди, белый. Подожди, подожди. Он хорошо кубы фиолетовые вытаскивает. На. Да, сейчас просто много белых. Бля, мечи сколько? Плюс два. Дофига. Да. Теперь, чё, ты? Давай. Ты вот сюда дойдешь? Нет, где? Мне чувака надо. И выстрелишь в него. Зачем тебе к нему идти? А выстрелю? Конечно. А, всё. А меч это всегда уходи. Плюс один кубик в бою, да? Вот сейчас я смогу на повозку запрыгнуть. Нет, типа, ты достаешь три, если это все три эти фиолетовые, ты достаешь еще один. Да. Во время действия доп. Бой вы можете вытащить из мешка один доп-кубик. Да, да, да. Вот, все, в тень ушел и уже с тени стреляй. Че ты, в ассасинов не играл, что-то? Да. Все, шантропоплю его. Давай. Какой? А, я могу либо обыск, либо этого шантропопить. А ты луком можешь развязать? А, из тени можешь, да? Какая разница? Вот достаю. А че я этого из тени луком не могу? Да, вообще? Потому что это не страждик. А, мирных не убивают. Да, да, да. Давай шлепни его. Все. Шлепни, плюс один, нам тоже надо. Ну, тащи. А потом я приду вот сюда да. И поговорю с ним. Да, да, ну, сюда. Давай, фиолетовый. Да блин. Да, блин, ну плюс один. Там просто много, видишь, сейчас белых. Оп! Фиолетовый. Ну это а, он же сейчас еще. А, ну там сейчас там меняется все. Да. Угроза, три лиловых закинуть. Вот они. Ну, двигаться по кратчайшему кутипи персонажу в данный момент ближе всего. А, синий. И красную ленту оставляем здесь. Ребят, стойте. Что? А я не походил. А. Это ж по белому? Белый, ходил? Да. А я не походил. Ну, походи. Ну, ходи, да. Да. Правда, ты теперь знаешь, что дальше вылезет, но не суть. Да какая разница, все ну, равно он добежит идет. К повозке. Смотри, он туда поймает. Да не, он... Ну, поймает. Не поймает. Еще. А я не добегаю все равно, да, туда? Да. Может, вот в эту тень тогда? Да я смотрю. На лодочке потом от него вот сюда уплывешь. Так. Ну, мы на лодочке. Котня. Не добегу. А там стражник стоит. Там стражник, нельзя. Да. Ну,
Беги, фиг с ним. С бегом на лодку садись и плыви сюда. Да, 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 да. Давайте. Ну тогда два львов. Да. Да ничего, добавляй, давай, добавляй. Их там сейчас полно. Да, давай. Все, уплыл. И тогда этот шандропопец ко мне побежит. Да, ко мне. Ты пусть бежит. Вот кто-то слово дочки спустился. Ну что ты это убрал? Дай шандропопца подвигай. А. Не, вот сюда, теперь ну ко мне. Правильно, от меня его. Гнать прочь. Я поговорю тогда с кем там. Жена кузнеца. Ты какой-то не Робин Гуд, а Сыкло. Я ваш главарь, нельзя, чтобы меня поймали. Давай. У меня есть еще щит, поэтому не плевать. Генста щит. Красная, блин. А, че ты удивляешься, там красно-фиолетовые остались. В лесу нет жетона повозки. А, ну зеленый еще, ладно. Раз, два, три. Печать из мешка доставай. Ага. Сейчас повозка появится где-то. Ну, не факт. Нет. 2, 3, 7, 9. Так, 9 есть. 2 на стене. 3 возле леса, вот. Вот он там мне нахрен не нужен. 7. О, этот ушел. 9 в лесу. Есть. Повернул 9 в лесу. Сделал. И 14, 17, 21. А 2 повернули? Да. 2, вот, ага. Да. 14 есть. 17, 21. 17 вот здесь появился. Рядом вот с тобой, 21. Кстати. Очко вырыть. У него не знаю, кстати, что. Мешок. О, ход халявный. Там же нарисовано. А, ну вот он, да. Че, поехали? Так, подожди. Блин. Печать из мешка достали, стража атакует нету. Жетон песочных часов убирается. И отсюда. Угу. Теперь переверните большой жетон в лесу. 60 или 70. Тот, на котором нет вашего 70. Тайного лагеря. Там сгорело. И вы увидите подсказку по очередности темных событий в виде символов. Угу. Отныне, вытягивая красный или лиловый диск, вы больше не должны смотреть в книгу, зачитывая последовательность. Просто смотрите на картинку и выполняйте изображенные события по порядку. Ой, ну это упростили. Ну да, просто чтобы в книжку не заглядывать. Да, 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 да. Если есть повозка, отправляется, за каждого игрока минус один, достаем жетон, стражники нас ловят. И... Ну, по факту следующий. То же самое все получается. Да, 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 ничего не поменялось, это просто инфографика. Вот тут потом что-то может добавиться. Что-то добавится потом. Какое-то новое правило. А ты уже знаешь, да, что? Нет. Скажите, в следующей главе, наверное. Какой-то жетон отковырнется, сюда повернется. В этой главе еще нет. Фиолетовый. Да. Еще один фиолетовый. Добавляем три. Три лиловых и двигается этот хрен. Блин, мы только эти лиловые поскидывали. Ну, ну так, чё. Раз, два. Вот ты шантропопец. Быстрее разговаривать, тебе надо бежать от него. У меня щит, если что. А, да. Я могу ему показать. Но он одноразовый. Супер прием. Ну, понятно. Блин. Кинет в него щит, он убежит. Я теперь, да? Зеленый, да. Пойду с девушкой разговаривать. Не дойдешь, только бежать. Почему? Мы только с девушкой. Там, подожди. Там деревья. Там деревья. А-а. Смотри. Ага, вот и смотри. Блин. Только бегать. Нет смысла. Я буду ждать повозку здесь. В тени вот здесь сиди, да? Все. Белый закиньте. Да. Поехали. Ну, браво. Давай, красиво. Молодец. Красный, ну он смотри. Повозки нет. Минус три. Раз, два, три. Блин, блин. Все плохо. Вытягиваем. Может быть, сейчас будет повозка. Сейчас может повозка появиться. Бамс. Нет. Нет. Еще минус один. Блин. Срочно воюй. 3, 5 и 14, 16. 3 вот здесь. О, шляпник пришел. 5 где? А, что там? 5 что-то? Здесь ушел стражник. Смотри, у тебя Никита 14, ушел стражник. 16. Блин. Есть. И 14. У тебя вот есть, я смотри, знаю. Его вали. А 16 где? А повозки нет. Вот, ты шляпник мой пришел. Самое печальное, что повозки шляпник. Нет. Шляпник! Кстати, а когда закончится печати? Конец. Ну, скорее всего, мы раньше проиграли. Проиграли. Да, ну? Я. Ну, блин, говорю. Иди к своей... Моя ненаглядная. Ну, мне кажется, не на то ходы мы сейчас. 130-ю давай. Может, повозки не будет, понимаешь? Может, это она одна всего была, не все. Скорее всего. А задумавшись, служанка напевает себе песенку под нос.
Затем, увидев вас, вздрагивает. Святой Боже! Вот вы меня напугали! Че вам нужно? Как попасть в замок? Как найти кого-нибудь, кто сможет стоять в сундук? Не найдется ли немного еды? Что еще раз за дамочка? Просто стояла там? Задумавшись, служанка напевает служанка. Себе песенку под нос. Затем, увидев вас, вздрагивает. Святой Боже, вот вы меня напугали. Че вам нужно? Как в замок попасть? Я не знаю, как бы вам попасть в замок. Может быть, лучше подскажет тот, кто чаще там околачивается? Кто? Затем переверните жетон девицы. А, вот это он. И все? Все. Я же говорю, мы не тем занимаемся. Но белые закинули, да, куда? Да-да-да. Бамс. Все ходят. Блин, ну сейчас сюда идти так себе вариант. Блин, шантропопец этот. Блин, придется его обходить. Он доскачет до тебя? Может быть, два фиолетовых подряд, тогда доскачет. Это да. Но, блин, с самым чуваком надо поговорить. А ну, надо щит ли? Используешь. Надо ли? Я стою здесь и говорю с этим чуваком. Белый закидывай. Вот сюда. Нет, я вот так прям потом так? Пойду. А, да. Ну, мне шапка нужна. Давай. Белый, белый. Да белый, белый. 74. Гонец. Зависит от того, в какое приключение золото вы сейчас играете. Золото для короля. Разбойники! Вскрикивает юноша, придерживая коня. Я простой гонец! Молю вас, пропустите меня! Я могу поделиться с вами своими припасами, поскольку уже прибыл туда, куда мне было нужно. Один кубик своего света на изображение припасов. Затем переверните жетон гонца. Это ход. Доп-ход! Ход, вот, мне это надо. Я делаю. Не, подожди, белый сейчас. Сейчас, сейчас все ходят. Да. Ну, это мне пипец. Ты, кстати, мог же переместиться вот в эту часть. Я вот так пойду, еще раз повторяю. Ну я давай похожу. Ходить. Что, блин, делать? Не знаю. Я могу с вином побежать. Куда? Кстати, если я вина прибухну, то я и белый кубик положу. Да. Тут а стражника что, тут нет. Вот сюда не можешь? Стражника тут нет, могу. Ну он придет к тебе. Просто мне кажется, мы опаздываем. Мы опаздываем. Опаздываем. А куда ты собрался? Телега появится вот здесь, через которую можно в замок попасть. Да, да. Кто там чаще всего бывает, блин, в замке? Кто? Вот кто? 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 Околачивается возле замка. Вот торговец вот идет. Околачивается. А, вот к этому ну, надо да. идти. Да. И вот еще торговец в замок едет. Да. Короче, вина выпью. И куда ты побежишь? Кому? А, я ж не добегу. Ну, со своим добежишь. Ну, без белого, там белых полно. Да, белых полно. Глянь. Мы почти все туда замешали. Белых толку. Много. Ну, без белого тогда, да. Давай, беги. Сейчас уже можно. Вот так и своим еще сверху. Вот так? Да. Да, беги как можно дальше. Смотри, аккуратно, чтобы шантропопец тебя не поймал. И скидываешь, да, получается? Ну, да. Сотка. Да. Вино я уже выпил, да. Где тут оно? Сотка. Меч у меня есть и бочонок выпил. Ну, явно не меч. 103. Торговец, надрываясь, тянет свою тележку. Ничего. Обливаясь потом, он останавливается, чтобы утереться. Вы спрашиваете, как попасть в замок? Как найти кого-нибудь, кто сможет скрыть сундук? Не поделится ли он едой? Как попасть в замок? Как попасть в замок? Так я как раз в замок и иду. Красавчик. Вот что я тебе скажу. Коль сторгуемся, могу провести тебя туда тайком. Если вы сейчас положите в мешок 4 лиловых кубика, вы сможете переместить свою стоящую фигурку на жетон 181? Да. Давай. Да. Ты чё? Да вон, смотри, через эту решетку. Да. А цель была наша просто проникнуть во двор? Подожди. Или, а, вот это исследовать. Сперва это. Надо найти того, кто... Я уже буду в замке, а вы ищите того, да, кто я вас вон, я там сейчас буду искать. Я поговорю с местными. С женой кузнеца, да, говори. Я тебе кричу, скорее всего, это она. Так я же хочу к ней, я же иду туда сейчас. Потому что явно... Плотник нам в прошлый раз помог. Значит, сейчас Я с ней поговорю, если она не поможет, то тогда там... Плотнику, да. Плотник тоже можно шарить. Мне все это по пути, конечно. И сейчас мой ход как раз. Лиловый замешал? Да. Нет, стой, не доставай. А, все. После того, как походишь, белый, не доставай. Я хочу припасы. Припасы у меня еще есть. Да, подожди. Да, припасы. Да меня шантропопец догонит. Я не хочу. Я понимаю, я тоже. У меня тут тоже свои планы. Уже все придумал. Надо вольнуть дворянина. Подожди. Я все придумал. Во-первых, я встаю вот сюда. И начинаю валить дворянина. Давай. Беру один. Начинаю валить.
Ну что, поговорим? Оп. Yes. Хорош. А там же у нас 4 намешалось. Оп, ей. Плюс 2 и золото. Это ход любому игроку в не очень. Да. Держи. Кайф. И я думал использовать его и сразу побежать к ней. Юзай. Давай. Смотри, там вон стоит. Страшно. А, потом вылезет твой либо серый, ты его застрелишь. Конечно. Все, окей. Просто красного уже не будет. Все нормально. И ставь к ней. 200. Да. Белый. Белый, да. Положил за себя? Нет, еще. Держи. Я ж только ходил. Есть. Так, золото 203. И надо скинуть у меня... Ты скинул, да? Да. Все хорошо. Ох, это ты, шепчет Меган. Что я могу для тебя сделать? О. Как попасть в замок, как найти кого-нибудь, кто сможет вскрыть сундук, не поможет ли она вам чем-нибудь? Ну, найти, кто вскрыт сундук. Конечно, я же за этим иду. Я бы предпочла, чтобы мой муж в этом не был замешан. Mm-hmm. Но да, Алекс обязательно поможет вам вскрыть сундук. Я спрошу его. Теперь переверните жетон жены кузнеца. Логично, все и, логично. И, если он еще не лежит лицевой стороной вверх, жетон кузнеца 206 в центре деревни. Вот он. Так. Вот теперь иди. А теперь к нему надо. Так. Теперь надо сказать. Отлично. Все. Теперь ты делаешь, что ты хотел. Я теперь пью еду. И куда ты? Я свою еду пью, да. Это жидкий хлеб? Да, я... От этого. Пьющая женщина. Валишь. И за метком. Отлично. Да, доходишь. Нет. Хватает. Вот так ставлю. Все, кидай белый. И иду за метку. Два белых, да, за то, что я дошел. Отлично. Вот. А вот теперь тяни. Еще есть рог. Ну, в принципе, он не догоняет. Нормально. Да. Желтый. Ходи. Так, шляпочник. Блин, там шантропопец. Давай, я знаешь, как... Вот сюда есть. Вот переместись. Чтобы еще два положить белых. Да они нам, ну зачем в таком количестве? Вы думаете, а куда? Ну пройдет он вот сюда, и что, какая разница? Чем ближе, да беги лучше поближе к нему, он до тебя вряд ли доскачет. Подожди, вот отсюда, если что, я потом раз. Нет. Да он может уйти, ты понимаешь, два. Сейчас твой шляпник. Может. Конечно. А я и так не добегаю. Но он и так не добегает. Ну, блин, ну смотри. Чем ближе, тем лучше. Мог бы вот сюда хотя бы побежать. Куда-нибудь. Подожди, а если вот отсюда, я до него добегу? Нам надо вольнуть его в любом случае, иначе у нас часы очень быстро отмотаются. Вольнуть надо, да. Серый будет? Серый. Серый нужно к кузнецу, и мы тогда, может быть... О, у него еще синий есть. У меня еще синий. Еще есть ходы. Вот так там, да? Кидай белый. Вот вам этот шляпник дался. Что за челлендж у вас? Шляпу и плащ найти. Ну, нам вообще сейчас не надо, я не пойму, зачем мы это делаем. Но мне все равно туда. Нам надо к кузнецу, вот на это можем ходы тратить. Нет, давайте шляпу и плащ. Давай, кузнецу надо. Не, кузнец приоритетная задача, я не спорю вообще. Давай. Бам. Жантропопис ходит. Фиолетовый. Три лиловых закинь. Я закину. Отмеряйте, давайте. Давай пока жантропопса походим. Может, он через верх ближе? Нет. Через низ. Давай рулеткой померим. К сожалению, через низ. Может, там миллиметр где-то. Все, поехали дальше. Шантропопец, это Гай Гисборн. Это шантропопец. Давай. Где он? Вот она, серый. Ну давай к кузнецу. Давай к кузнецу. И белый кузнец. Да, кузнецу. Ну, я вот сюда встану. Я думаю, я бы дотянулся, правильно? Внимание. Вы можете продолжить чтение здесь, только если у вас есть сундук. Мне его сначала надо взять. А, ну мы не знаем. Ну то есть я его сейчас беру вот здесь. Да. Ага. А точно офигеть. Здесь он берется? Да, здесь. А потом скрываю. Ну я уже там стою. Ну ты что? Потратил, блин, ну, серый. Ну кто знал? Кто у знал? Вас есть сундук. Сундук будет у тебя, тебе да. Еще оттуда выбраться надо. Мне еще к кузнецу идти. Тебе еще оттуда выбраться надо. А, если надо у вас, будет. Кстати, да. Охереть. И чё? И как это? Ну, нам надо как-то время оттягивать. На повозке? Скорее всего, он поможет. Либо может палач, быть. Либо повозка. В повозке, наверное, можно спрятаться. Будет. Ну, это ты сюда куда-нибудь нет, приедешь. В повозке нет вопросов. А, да. Внутри нельзя, точно. Нет вопросов? Синий. Теперь я хожу. Блин, его еще выкрасть надо будет из сокровища. Вот надо было серым мне ходить, а не тебе. А кто знал? Мы же хотели, наоборот, к кузнецу попасть быстрее. Ну, да. Мы думали, он отмычки даст. Он, типа, или сам с нами поймет. Надо было подумать, как это, ну... Ну подожди, там вон есть знак ключа. Вдруг бы он нам дал этот ключ, да. Типа отмычку, понимаешь? Мы же не можем этого знать. Я тоже так и думал.
Тут ты поступаешь по логике, как бы. Так. Что я предлагаю? Тогда бегай, проси у местных жителей помощи. Да, еды. Чтобы белые кубики накидывать. Да, да, еды да там. Нет, подожди. Вот этого шлепнешь. Вот, шлепни да. его, чтобы я у нас про это не пролисталось. Нам сейчас не надо вот это бегать, нам надо вот эту фигню поднимать. Да, шлепни его. Шлепни. Зачем вот это сейчас бегать, куда-то не бегать? А лука мне? Ну, я встану сейчас вот поближе, так. Что? Из тени вот так. Ну, из тени, да, чтобы доставать. А не, ничего, что на них нельзя наступать? Ну, типа как бы вот так, да. Ну, лук дотягивается. Дотягивается. Тащи. Есть, красава. Плюс один. И часики. Так. Все, у нас просто двое часов по красному не скинутся. А дальше я буду куда-нибудь сюда, побегу, наверное, к этому мужику. Все получается, да? Что у нас там осталось? Один? Один фиолетовый. Да. Шантропопец бегает. Или три лиловых. Раз. Тебе путь закрывать. Угу. Ладно. Закидывай. Все, замешиваем. Давайте сейчас с серым, наверное, я буду ходить. Да. А, я белым и своим похожу. Ну, тут я, в принципе, бегом дойду. Белым и своим, я если надо, дойду. Серым. Давай. Поэтому... Желтый. Wow. Вот тебе и шляпа твоя. Ну, а что делать? Щитом прикрываться и валить беги этого? Беги за шляпой. Еще же рог есть. Ну да, кстати, ну. Да белый, если выпадет, повезет, то добежишь до шляпника своего. Тебе одень... надо прям с него шляпу. Он прям снять. Добежит, да, оденет шляпу, и тут раз его резко потеряет. Да, 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 такой, знаешь. В Assassin's Creed. А где? О, все. А? Наверное, показалось. Давай. Не добегаешь? Ну, насколько можешь. Насколько могу. При помощи рога, если что, еще. А есть тогда смысл бежать тебе прям вот так, если ты все равно два хода будешь тратить? Не надо пускай. Ну, хотя да, вообще тогда смысл. Может, белый тогда закинем? Подожди, подумай. Ну-ка. А может, ты вот сюда в тень сможешь? А, ну он же тоже, он в тени видит. Он видит, он видит, да. Да, вот так вот сразу. Стой рядом с ним тогда и все. Если что, у меня есть щит, и если что, есть рог. Да. Да, нормально. Вот, нормальный, потом уже добежишь. Потом всё. Он дойдет. Ну да, да, да. Дойду. Белый закинем. Да. Я про то, что да, тогда белый накрафтим. Сейчас, может, мне тут понадобятся белые. Ну, поехали. Бамс. Ай. Вот сейчас, может, какой-нибудь... Так, сначала повозки... А. Нет. Жетон печати доставай. Сейчас, сейчас. Печать, печать вон первая. Печать. Первая нет. Первая нет, вот эти минус три. Раз, два, три. Вот. А. Потом печать. А. Я просто смотрю, там первая лошадь что-то нарисована. Лошадь, да. Это, а, ну это если бы они были. Смотрю, лошадь первая, тяните печать. Блин. Еще часы выйдут. Первый, второй, двенадцатый. Все, ладно, все. Фух, хорошо хоть не первый, вот здесь стражник появился. Хорошо хоть не... Первый какой еще? Двенадцатый. Это вот здесь вверху. 14, 18, 20. Этот остался. Фух, вот он, 18-й. 14-й, ну, вот этот вот появился. Я уже начинаю выучивать. И 20-й вот в лесу там, да. Да. Давай следующий жетон. А, эти... А, часы минус и минус за то, что на нуле. Да, блин. У нас 2 часиков до плохой концовки. Шантропопец? Нет? Серый. Я. Ты? Уверен. А кто? Да я еще белый ход будет. У тебя рук и щит, пусть он за сундуком. Все, давай, иди за сундуком. Причем я побегу. Да. А, не, я ж так дохожу, да? Не, беги, беги, беги. Подожди, да зачем? Да он доходит. Ты уверен? Я дохожу так, да. Доходит, доходит. А, ну ладно, да. Он доходун. Хорошо. Красавчик. Ходун, белый закинь. Его, знаешь, и 72. Крышечкой накрыли, и он доходит. 72. 72. Доходи, да. Блин, котлеточки, еще... знаешь, когда пожаришь? Еще будут проверки на то, чтобы сундук этот стыль. 72. Тяжелая дубовая дверь сокровищницы кажется надежно заперта. Вы собираетесь подыскать что-нибудь, чтобы взломать замок, как вдруг под вашей рукой... Как вдруг дверь под вашей рукой тихо открывается. Ее не заперли на ключ. Счастливая случайность. Ой, дебилы. Теперь уберите жетон 72 с игрового поля и поместите свою фигурку в центр сокровищницы. Прям в центр. Да. Ага, вот, тут три сундука стоят. Ты ковыряешься. Вы входите в полутемную сокровищницу, освещенную мерцанием единственной свечи. Вот они, сундуки, полные чеканные монеты и прочего имущества, бесцеремонно изъятого у местных жителей.
Теперь вы можете положить один кубик своего цвета на изображение сундука. А, все, я взял. Взял. Ты вот на зеленый. Да. Угу. Задача. Вы должны найти способ покинуть замок, чтобы игрок с сундуком отнес свой груз кому-нибудь, кто сможет его вскрыть. Офигительно. Примечание. Вы можете передавать сундук друг другу, как все другие предметы. Теперь вложите золотую ленту между 72 и 73, если вдруг забудете... Ну, это понятно, это правило обмена. Да. Если нет, вспомнить задачу. Что сам сундук подожди, делает? Подожди, отсюда уходит? Да. Тут была, когда да? Когда красненький. Да-да-да-да. Да. Угу. Сундук. А, это по правилам, да, свойства. Белый кубик кинули, да, за меня? Угу. Ну, все, тогда дальше тащим. И как отсюда выбираться, блин? Вот с этим разговариваем. Поговори, с палачом. Да. Филолет. О, Шандропопец. Три лиловых. Подожди. А, ты так? Три лиловых. Ты рок не используешь. Зачем? Все, щит. Уходит. Минус щит. Если что, сейчас тогда рок. А сейчас он добежит до этого. О. Зеленый, это я. Ну давайте, что, пойду с палачом говорить. Я не уверен, что он поможет. Вот здесь надо спрятаться. Где? Зачем? У тебя нет вопроса здесь, как ты там спрячешься. А больше нету вопроса. Только с этим разговаривай. Не говори. Уже ты, по-моему, третий раз мы белый закинул. Я закинул. 126, читай. Достали вы меня. Я хочу в телегу. Я хочу со стражником поговорить. В телегу хочу. И то нельзя. А я хочу. Буду сидеть там. Какое? 126. Палач. Палач. Золото для короля. Так. Палач спешно сматывает веревку при виде вас. Его глаза в прорезях маски расширяются, и он ревет: «Стража!» А, он снял. Если жетоны стражников 1 и 2 лежат лицом вниз. Нет. И если на них нет песочных часов, переверните их лицом вверх. Они лицом вверх. Ну, значит, они... Теперь вы можете сразиться с палачом. Да. Для победы нужно за один ход вытянуть из мешка 2 белых кубика. У меня есть меч. Но там много белых кубов. Ну, больше, есть... чем филолетовых. Первый. Давай. Нет. Второй. Нет. Давай. Интрига. Последний. Меч. Нет! Блин! Все. И что теперь? Ход теряешь? Да. Поймали его? На следующем Нет. ходу а, я буду драться. А, у тебя еще один шанс. На следующем ходу буду драться. Скидывайте фиолетовые. Ты уже достаточно. Короче, скинул. Как только его победишь, перевернешь и да, возьмешь веревку. Да, да, я да. Понял. Ты еще потом держи, уходи. Держи, дерись. О, фу. Все. Дерись, дерись. Подеритесь да. Сейчас максимально. А, накидайте да. Белых а и максимально да. Подеритесь. Давай, давай, давай. Не, без бега, бро, ты без бега. Хоть. Белые надо сохранить. Без бега, бро. Хорошо, что я меч взял, блин. Ну, только он тебе не помог пока. Ну, сейчас поможет. Сейчас вы мне поможете, и я себе сам помогу. Давай. Один белый. Не да доходит. Он до тебя не дотянет, все равно у тебя шапка дотянет. Сейчас будет. Какая разница? Будет. Дотянет. Давай. В смысле, если будет? Ты что, не один не дотянешь? А с белой закинули? Тяни. Тяни, толкай. Тихо, тихо. Ну, это хорошо, но не очень. Что хорошо? Его поймают. Да ладно, нормально, держимся, держимся. Чего? Следующий ходите. Серьезно? А тебе отсюда уходить нельзя. А, можно, мне же надо. Мне оттуда надо уходить, я больше тебе скажу. С этим поговорить, только не бегом. Почему? Потому что кубики белые надо мне. С палачом сражаться. А, вот это. А с этим мы что будем делать? Потеряем 2 часов. Ну? Сражайся. Блин. А ты куда идешь? Я уйду убивать мужика. Он предатель. Ну ты один накинешь, это нас не спасет. Ну давай подумаем, точно не спасет? Один нет, не спасет нас единица. Понимаешь? А что? Зато у меня будет меньше шансов против палача. Не факт, что там будет минус один, не факт. Он на 3 идет по красной. Это когда красную достанешь? До красной у нас еще есть время. А один нас спасет? А на следующий ход да. Еще надо будет. Мне да. Кажется, каждое очко спасет. Конечно. Ну действуй. А что ему еще делать? Один что? Кубик сохранить. Подожди.
Ну хорошо, а если я... Есть вариант прийти сюда? Со священником поговорить, он может белых кубов накидать. Ты думаешь, тебе... У него крест украли с церкви, он тебе поможет. Ну тебе мало кубов белых, мало. У тебя еще меч. Ты знаешь, как я кубы достаю? Кубы достаю. Да не смотри, посмотри, там сколько. Их до хрена. Там их просто до хрена. Ну с моей удачей, ну, этого что? Мало. Я стреляю. Понимаешь, если мы сейчас все вложимся в твою удачу, мы просрем просто так. Да вы и так просто. Ладно, у нас еще рок есть. Мне уже шандропопец поймал. Раз минус тебе. А что будет, когда шандропопец ловит? И все. Вот, сравнял. Вот ты. Подожди. Плюс да, потеряешь проиграть. Одну вот эту. И все. Один ход потеряешь, да. А, да, да. Эту да. Я повысил? Я повысил. Я тогда бег потеряю, я буду как коллега. Все? Ты... Да. Все тоже? Походили? Все походили, да, получается? Да. А я? А Явлик? Ты я ходил? С этим нет, поговорю. Нет, ты первый ходил, потом я, да. Чтобы ему белых. Я дрался до этого. Теперь давай, я еще раз дерусь. Да, 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 давай, давай, давай. А, во-первых, белый кубик закидываем. Угу. Во-вторых, раз. Да ты прикалываешься, всегда таких столько! Три. 4. Ты серьёзно? Все 4. Вы во мне сомневались? Как сомневались во мне? Нате, получите. Какой там процент? Распишитесь. 30%, я не знаю сколько. Ну давай доставай шандропопца, он меня ловит как и минус бег. Как ты это сделал? 3 лиловых закинь. Шандропопец не поймал. Серьёзно? Да, подожди, рок же можно. А, там другого нет. А, нет другого. Давай подуди. Толку, блин. Сейчас, если красный выходит... Не, смотри, рок будешь против красного сейчас этот, делать. Этот раз такой отбежал, потом такой обратно, ну чё. Чё за херня? Подойди, назад, обратно. Сейчас, если красный он достанет, будешь рогом пользоваться. Да, красный сейчас нельзя. Что, красный? Да нет, я там... Серый, все, дайте мне ход. Белый еще один закидываем. Давай. Ну, пожалуйста, Фил. Ну, как получится? Серьезно. Ну, не смешно, два хода кубы доставать. Хорошее начало. О! Всё. Ура! Ё-моё! Тебе веревка надо. Теперь веревка, иди вешайся. Поздравляю, Шарик, ты балбес. Всё. Капец. А палач переворачивается, да? Да. Да. Ты убил его. Да и по делу. Слушай, ну сильный палач оказался. Ну я теперь побегу вот так вот. Давай. Да это два хода мне, блин. Да ты беги прям без белых мне кубов. Мне надо вот на это. Беги вовсю. Так вовсю и побегу. Раз. Ой, подожди, я серый назад закинул. Стой. Молодец, он нам бы сейчас не помешал. Только не красный. Ну, бамс. Ну еще минус Дэну сейчас. И три фиолетовых. Ух. Давай. Я буду этого шантроповца на себя. Ну, видимо, да. Своими грудями стою кручу. Синий. А мне некуда вообще пока идти. Ну, к священнику. Иди к священнику сейчас. Там, кстати, есть особое условие, если он ты всех трех, если лишишься. Я сейчас почитаю. Что-то там дается. Священник. Жопа. В редком случае игрок теряет все три свои фигурки движения. Тогда он покидает игру, и надежда земель Ноттингема падает на 5. Понятно, тогда мы сразу всираем. А ты от него не убежишь далеко. У тебя есть вариант только этого добить. Да. Ой, я же буду ждать своего чтобы хода. Чтобы он тебя игнорировал. Да, чтобы он меня игнорировал и бежал там к кому-то там. Прикинь, он сейчас уйдет. Тут вообще будет жесть. Я пришел. Помоги мне сундук. Вот здесь вот хватай сундук. Подожди, мне сундук хватать. Или иди к священнику. Подожди, нет, священник, это важно. Нет, иди к священнику. Священник. А может он быть, поможет. А ты можешь мне его скинуть? Нет. Нет, нам нужно прям, чтобы эти стоящие фигурки коснулись. Серьезно? Да. О-о-о. Тогда это беда. Давай, 150. Священник еще поможет. Я не беру белого. Не бежал. 153. Священник осеняет себя крестным знамением, узнав вас. Теперь и ты пришел ограбить святую церковь. Только поздно. Шериф уже конфисковал все ценное. Даже колокола, которые король Ричард подарил нам, и те сняли, чтобы отправить на переплавку. Какое кощунство. Как попасть в замок, как найти кого-нибудь, кто может скрыть сундук, не найдется ли немного еды? Ну, еду бери. Ну, а у меня нету выбора, да.
Сундук мы знаем, как скрыть. Как попасть, попали. Давай еду. Здесь осталось немного вина для причастия. О. Прими его с моим благословением. Бочонок тебе дал. Да, буду но бегать. Ну, это бег. Но если ты мне дашь... Вот, ну, вариант, сундук. Вариант. Ты быстро к этому... Я побегу изо всех. Вам надо просто. Вот здесь встречаться. Да. Когда да. ты спускаешь веревку, вы тут быстро раз... Стрелкой да. как раз да. удобно указывать. Планировать. Все, поехали. Готовы? Да, ну... О! А... Рог. Рог. Ага. Дудю. Дудю. Блин, и назад закидывается, и перемешивается. Блин, ну, ну это вообще капец какой-то. Мы проиграем. Вот так на ноль. Печать. Ну давай уже доиграем. Печать. А все. Ну, просто мы два вот этих скидываем. Вот, повел, повел. Телега приехал. Вовремя! 10 и 4. Вот и первый проигрыш. 7, 2. Ну, короче, да, тут уже... Да. Не, подожди, может быть, это как-то там еще второе прохождение. 10 и 4, стражники. Ладно, давай, да. Окей. Увы, у вашей истории плохая концовка. Выше нос, не сдавайтесь, попробуйте еще раз. Сыграйте приключение снова. Разместите убранные жетоны обратно на игровое поле. Если это была ваша первая попытка, переверните герб так, чтобы на нем цифра 2 была. А, у нас еще попытки есть. А, это интересно. Тут, следующие попытки будут просто вот с этим гербом события случаться. Да. Теперь ваше приключение будет совершенно по-другому. Угу. Если на гербе уже отображается 2, оставьте как есть. В следующий раз, когда вы возьмете за это приключение, у вас уже будет большое преимущество, благодаря знаниям, которые облегчат вам победу. Теперь вложите обе ленты между указанными страницами в зависимости от того, как, в какое приключение играли. Золото для короля Ричардса 32-33. Да капец! Пока за шапкой бегали, блин, сдохли, и сундук этот пытались... А тут хоть бегай говорить. За шапкой, хоть не бегай, этот шантропопит за мной все время бегал. Да понятно. Я что? Тебе надо было просто бежать вот куда-нибудь вот в обратную сторону вообще. На ветки лезть, и все, он бы тебя потерял. Он бы ехал к нам назад. А мы за шапкой охотились, а нам шапка эта с плащом нужна. Видишь, был бы у нас серый диск, мы бы справились. Мы тут на тоненького шли. Да, на тоненького. Я со своими, блин, проверками, конечно, супер удачными. Ну, это, да, это случайность. А так вообще мы не на то распылялись. Так, теперь решайте, кто возле костра. Ну, возле боярышника? Ты в любом случае вот здесь, возле боярышника кто? Давай я. Давай. Давай. Теперь мы уже знаем план, знаем, как... А это у нас не остается, естественно. Так, подожди. Тут нет, сумерки. Да. А, там тетка была, да? Она ушла. Тетка. Подожди, а вот этот был перевернут же. Вот так. Его в этом сценарии нет, сундука. Да, но это сказали в подготовке. В подготовке сказали. А, то есть сейчас может быть другая подготовка, вы хотите сказать? Нет, то же самое. Ну, все будет. Да. Это оставляем так. Так, 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 так. Палач. Так, так, так. Вот этого чувака нет. Да. Жетоны все убирай, перемешивай. Ну, только в этот... Лодка, лодка. Жетон один, вот эти вот печати те, все да. доставай. Вот они, другие положил. И вот так их, наверное, все перемешать. Тут должно быть коле этот... Вот один. Оно фиолетовое. Один этот сразу лев открывается. Ой. У всех у нас луки. Да. 2, 3, 7, 9. Луки выставил. 2, 3, 7, 9. Что ты делаешь? Стражники по жетону. С какого перепугу? С подготовки. Первый открывается. Мы так делали. Первый открывается и сразу применяется. А вторым там что ложится, как у колесо или что там? Еще один жетон. Да. Так. На втором колесо нужно. 2, 3, 7, 9. 9. Это туда. Давай, давай. 9. Так, надежда 5. Следующих 7. Еще один. Три. Один.
3, 7. 2 и 7. Надо еще 2 где-то. Где-то тут было, так. Да, в замке. Вот 2. И 7. Где 7? Вот. 121 виселица перевернута. А 7 открыли? Да покажи, Дэн, оборот книжки. Что ты хочешь? 7, 7. 7 нам надо найти. Держи. Не, это сторона. Да вот отвернул от меня. Вот здесь он где-то я успел увидеть. В середине где-то. Вот, вот тут, вот, вот, я его не вижу почему-то. Потому что он вот здесь где-то. Нет, в середине. А. Вот. Возле этого замка. Где она стояла? На 5? На 5, да. Шантропопец, блин. О, Фила, что тебе 2? Да, это я там. Верните Дэну ходьбу и бег. Зачем она ему? Шантроповец вот там брал. Ну все, тогда что? Погнали. Так, все подготовили, ничего не забыли. А кузнеца перевернуть надо. Угу. Лодка там перевернута, да? Все, давай, погнали. Точно? Угу. А что отличается-то от подготовки? Ничего? Ничего. Подготовки ничего не отличается. А, вот это еще перевернуть надо. Не. Зачем? Так он... Она потом убирается. А, здесь звезд. Там... Здесь вопрос. Вопрос. Да, 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 да. Ушел. Ушел. Ироды. Ну давай. Так. Ну что, беги тогда сразу договаривайся. А кубики все. Или они в мешке остаются? Какие кубики? Кубики, да. Кубики 18 и 3. Какие кубики? Мешок-то надо было обновить. Да, ты ж подготовку читаешь. Да все то же самое. Ну что, 18 фиолетовых. Там на те же самые страницы тебе возвращаем. Те же самые грабли, понятно. 18. Просто теперь рассобу тебя будет. Теперь мы не знаем, где телега появится. Так, а вот этот мужик. Че он давал там? А фигню какую-то. Он не местный, сами мы не местные, от поезда отбились. Блин, меч где-то надо доставать теперь. Грабить караваны. Угу. Нет нигде. 14, 17, 21, 17. Кстати, чего вы не открыли? Вот 14. Ну да. Я же говорю, так потому что на обороте книжки они. 21. Балбес, вот он. Наверху. Там рог. Рог, мешок, мешок. Ой, ну господи, так. Ладно. Но это нереально без меча с палачом воевать. Мы уже знаем план действий. Да, надо идти к этой. Первый план был неудачным, надо. То есть обязательно поговорить вот с этой, обязательно достать меч и вот через этого попадать сюда. Поехали. Я ну, пойду стрелять. Ваша задача стрелять давай стражу. Вперед. Сразу очки надо повышать. И как можно ну, быстрее. Я до сюда в любом грабить случае дойду. Плюс 2 дают. Стреляю у этого проходимца. Да, давай мочи. Эрес. Девес. Нормально, нормально. Нормально. О, отлично убил даже. Плюс один. Угу. Впереди. Следующий. Следующий. Отлично. Так, давайте. Действуем спланированно. А все идет по плану. А его луком нельзя. А его луком нельзя. Мы там вот этот медок там 15 раз собирали нафиг. Так это хорошо. Белые кубики. А ну нам надо, да. О, смотри, смотри. Сейчас. Достаешь. Раз, два. Ну. И. Долби его. Достаю? Да. Да, да, да. Да, ты можешь по диагонали тому поставить. Да, достаешь, достаешь. Есть. Все! Бью его. Ну, бей. Бей его, бей. Хороший, теперь белый. Смотри, красиво. Да, хотелось бы. Да блин, где они? Вот они. Да блин. Ну, так ну минус может. 3. Да. Минус 3. Давай, доставай. Так, бас. Эта мать ничего не знает. Мы можем у нее еды взять. Кстати. Фиолетовый. Плюс 3 кубика фиолетовых. И этот видит тебя и идет туда. Да? Да, да. Пусть. Да не может он. Да через... я вот так стал. У кого ты говоришь, мы можем что, кубы получить? А у нее, может, еды попросить еды можно. Да. Тоже. Дальше поехали. Да, давай.
Все. Ну, желтый, отойди, ты там не загораешь. Да, давай я свалю отсюда. Спрыгнул, залез. За метком иди. Я пойду к девчоночке. Угу. Он на всех случаях тень. Следующий. Ну, я давай. Да тут ничем не рискуешь, у него часы. Угу. Белый. Да-да-да. Ну и я остаюсь тут. Мочи. Мочу. Надо, надо. Я-я. Надо скидывать фиолетовый. Я остаюсь. Я остаюсь, товарищ. Раз. Ну ты прям хорошо их скидываешь. Надо, надо, надо. Три. Отлично. Он уже задолбался, да блин, отстань от меня, попрошайка. Я договорился. Там здоровяк стоит, просто дубиной я машет. Пытаюсь договориться сперва. Договориться. Может, без рук обойдемся. Давай, ну а чего нет, ну давай. Ну дай мне свой кошелек, ну. Куда ты? Ну рог вон у тебя красивый, ну дай подержать, дай посмотрю. Все покажи рог. Доставай. Да. Мне кажется, просто там рог. Стоит лошадь посередине, они вокруг нее бегают друг за другом. Так, я хожу. А потом, когда музыка закончится, нужно запрыгнуть на коня. Кто запрыгнул? А мне куда идти? Куда мне идти? Тебе куда? Ну, в любом случае, подожди. Он поплывет на лодке, а один туда. А другой туда. Иди. Вот только мяча у нас нет. А вы что, в футбол играть собрались? Нужен меч, чтобы там что-то сделать в замке, ты понимаешь? Читер. Читер на полмиллиметра. Ну так тут эти полмиллиметра пипец как решают. Ой. Вот опять же. Дальше. Красный. Сейчас подожди, найду, где он там. Вот, блин, потерял. Вот он. Ну да. Так, кареты дьявола нет. Печать раскрывается. А, ну, дальше. Раз, два, три. Так. Теперь печать. Теперь. Да, Нет, ну, сейчас 24-е. Потом остальные. Да, да. 7-8. Нормально. 7-8. О-о-о. Это нормально, где? Нормально. У тебя есть шанс. Один вот здесь, он закрывается. 8. Вот этот пришел. Смотрите аккуратно. Блин, а где мужик стоял? 13-16. 13 наверху. А 16. Вот здесь, да. 16 вот здесь, вот он. Это шапка. О, шапка. Давайте шапку. Да не нужна нам шапка. Все. Шапочная истерия закончилась. Хватит. И часики минус. Доигрались. Так. И часики минус. Все, получается, дальше поехали. Ну сейчас, ну подожди, там попробуй нащупай это все, там такая каша. О, серый. Вали дворянина. Давай. Да, мочи. Беру. Да. Пока он не сбежал. Беру. Я раз, я два, да. Все правильно. Первый. Есть. Не, это хорошо. Надо. О! Это хорошо. Все, что там у него? Рог. Рог плюс два. И плюс два. Да. Так, да, давай, вот этого на рог поставь. Что ты сделал? Поставь. Что? Да просто бам! Перекрутил. Да, вот так примерно он и сделал, да. Давайте, тяните дальше. А что тяните? Все? Ну, фиолетовый. А, нет, второй. Какой фиолетовый? Закончили. Все. Закидывай, вытаскивай. Продолжаем. Нужную. Да. Продолжаем веселуху. Давай шантропопца, пусть он сразу побежит куда-нибудь. Да, пусть побежит. Так он к нам и побежит. Беги, шантропопец. Ну, я к девушке тогда первый подойду. А, или не подойду. Ну ты, да, ты должен первый подходить, что за дела? Угу. Давай, не бойся, не стесняйся. Здравствуйте, уважаемая, 130, читайте. С циферкой 2 теперь. Да, теперь со циферкой 2. Можно же заглядывать туда вообще? Да, да. Не, почему нет? Мне интересно, да, сколько нет, копилок. Нельзя. Ну я могу тут. Да, нет, не можно. Второе, вы спрашиваете, а как попасть в замок, не найдется ли немного еды? Ну типа мы уже знаем, что она нам... Еды, пожалуйста. Немного осталось у людей вроде нас. Немного вас. Немного и осталось у людей вроде нас. Давай, с давай. С тех пор, как шериф взялся обдирать всех до последней рубахи. Не прибедняйся, давай. Ну вот, у меня есть крышка хлеба. Я хотела бы и разделить ее с вами.
Сейчас вы можете положить свой кубик света на припасы. Теперь девица... От души. От души душевно в душу. Да. Блин, а... Нормальный парень есть кебаб, когда... Надо этого валить. Готовы? Угу. Будешь. Си. Да, кстати. Надо, конечно. Но я тогда сейчас побегу и застрелю его. А, ну дай. Только тебе придется вот сюда бежать. Куда? Как ты его застрелишь? С лука, братик. Конечно. А луком можно только из тени стрелять. Кто тебе такое сказал? Ты чё? Можно так? Мне казалось, только с мостков можно луком. Кто такое тебе сказал? Вы уверены, захочешь, что можно? Да. Я что-то не помню такого правила. Если игрок кладет деревянную стрелу в основании своей стоящей фигурки, фигурки, острие стрелы касается жетона стражника, как бы бой на расстоянии. В чем проблема? Не знаю. Стрелой можно воспользоваться, даже если стоящая фигурка находится довольно близко. А, ну да, ладно. Блин, знаете, в чем прикол? Стрелою и замелый. Знаете, в чем прикол? В чем? Давайте я сейчас, стрельну. Вот смотрите, я хожу. Себе в глаз. Куда мне лучше идти? Вали его. Он будет идти ко мне. И у меня защиты нет. Он сейчас вот этого идет. Да. Сейчас пойдет. Но если он пойдет если сюда, он пойдет сюда, он пойдет да. ко мне. Я не знаю, что тебе делать. Понимаете? Тебе надо найти топор и разрубить вот здесь вот тормоз. Надо пиздец. Прятаться. Но я тогда пойду назад. Теряю да, ну это бред, конечно. Угу. Иди грибов поешь. Но это все равно я к нему буду. Сюда. Иди за белыми кубами. Да, вот сюда. За метком. Крафтить кубы? За метком. Крафтить кубы. А потом... А мне к нему не надо, к нему не надо. Так, нам надо, получается, сперва сундук достать. Надо, карете, не забывайте, что мы проиграли. Вот с этим можно попасть в зал. Мы я понимаю, я же поэтому хочу вот фигни. С этим да, идти надо сражаться. Воевать. Надо воевать. Тогда знаете, что я сделаю? А ну-ка дайте... О, кстати, вот здесь ты щит можешь взять от этого шандроповца. Да, подожди, кстати, а чё ходы буду возьми тягать щит назад? Сначала. Подожди, я достану до него? Ну, только если побежишь. Если побегу. Но в любом случае хотя бы 3 фиолетовых скину. А этот что несет с собой? Мешок золотом. Мешок золотом. Хотя бы 3 фиолетовых скинуть. Но он стрельнуть в него не сможет. Да, 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 да. В этом-то и проблема. Нормально, да. Нормально, давай. Я сейчас посмотрю, добегу ли я. Побегу. Да. Не добегу. Да добежишь, а, там поставь же, ровно. Да, да, там же еще. Вот. Ты пипирочку дай. Я смотри, да, раз, получается, вот. Раз, два, три, четыре. И угу. Вот так. Достреливаешь. Есть. Так, все. Но без белого. Ну ничего страшного. Без белого, да, я же говорю, хотя бы фиолетовый поскидывай. Давай, мочи козловка, смотри. А если что, может потом и этого мужика ограблю и убегу нафиг оттуда, если повезет. Бамс. Убегу. Повезло. Не скину. Ну, плюс один. Плюс один, да. Потому что из-за этой фигни мы проиграем. Конечно. Надо мы два хода просто. Они просто сейчас уедут куда-нибудь, и мы их потом не найдем. Не найдем. А они по плюс два дают. Ну это... Да. О! О! Мочи его. Мочу. Я подойти могу куда угодно, встану вот сюда, вот так, с краешку. Да, чтобы этот шандроповец не надел. Возьму белый. Себе плюс один. Он хоть и медленно, но два раза ходит. Ну, конечно. Кстати, ну, вот этого застрелили часы. Часы. Да. О, ага. Вам фиолетовый. Никого еще застреливали? Никого. Пока никого. Вот этого застрелили, но еще красного нет. Плюс два, раз, и мне два. Мешок. Тебе мешок. Вот, это класс. Ход любому. Да. Я все. Давай дальше. Я постреляю вот по этому. А, да. Ну ходи тогда. А, покоретишь. Покоретишь. Ну ничего, нельзя не ходить покоретишь. Ну типа ж нет. Ну ты можешь в бок немножко как бы сейчас пойти. Ну да, я ее. Сейчас вот так вот. Да. Так дальше пойдешь просто. Конечно. Даже может, блин, ну было бы хорошо, если бы вы на себя его переманили. И что там, стрела? Блин, да, а вы можете его достать. На себя переманить? Достану. Как? Если побежать хотя бы вот сюда, может он ближе. Он до кого сейчас ближе? Вот я могу за еду сделать потом еще ход. Давайте я стреляю в него. Давай, да. Кстати, за еду он еще ход сделает, станет сюда и переманит его. Да. Я сейчас а бежал. Потом как он пойдет договариваться? Я подожди, сейчас не бежал. Я объясню. Ты не бежал. Белый. Я положил белый. Я положил белый. Смотри, вот сюда его переманите. А и потом на лодке уплывете, а потом он уже пойдет ко мне, но я уже буду далеко. Ага. Понимаешь? И потом вы уже пойдете дальше. Ну! Ты издеваешься. Есть. Не, нормально. Красавчик. Прям лучше как по надо. Лучшему сценарию. Да, убил, да. Плюс это часы. Крутое.
Так. Ну, снимай часы. Я могу поесть и уплыть. Там еще рано, подожди, еще белый. Ходи. Либо я могу вот поесть и добежать к этому и попасть в замок уже. Но я хрен убью палача. Не-не. Без меча. Подожди, ну ты ж на карете сейчас стоишь. Это считается, что ты кстати, на карете? Кстати. А там либо бой, либо взаимодействие. Либо то, либо то. А когда карета уедет? По жетону. Не по жетону. А, по красненькому. Как только красный. А красный выйдет. Он выйдет. Есть рог. И что? Красный выйдет в любом случае. Ладно, кто еще не ходил? Дэн. Если серый выпадет, ты можешь уехать. Дэн может сейчас карету проатаковать. Бегом. Не достанет. Надо? Там давай. Надо два белых кубика, вот в чем прикол. Давай. Два белых? А если не выпадет, ты потом серым попробуешь это сделать. А я не добегу, в любом случае. Так что стоим в тени и не отсвечиваем. Ну, всё. Золото можно использовать. А, кстати, да, у нас же есть доп-ходы всякие. Я могу, смотри, да рано вы... я могу поесть... Рано в замок, рано. Почему? Рано? Его ж вытащить, этого убить, с веревки спуститься не рано. Угу. Там договориться 2 секунды. Ладно. Мы хорошо. Как раз там быстрее решили. Я могу поесть эту проатаковать, а ты можешь за золото, за Никитина, тоже попытаться ее проатаковать. Не вытаскивай сейчас жетон, пока она не уехала. Давай попробуем. Ну, я, короче, останусь здесь в тени. Давай. Ну, давай, я сперва зайду, да. Закидываем. А что, кстати, прочитай, может, какое-то другое событие будет? Да, кстати, 24. А оно считается, как будто ты стоишь на ней? Да. Угу. Да. Может, там надо на определенное место стать какое-нибудь. Отлично. Не. Может, ты, если вдруг не проатакуешь, встань вот сюда куда-нибудь. А, ну давай. Как раз антропопса. Ближе к тени. Как раз антропопса. Ну да, давай вот так. Сейчас не, не отличается. Тактически думать. Давай мешок. Что, в чем, что не отличается? Ну нету цифр, а вот. Подожди. Нету циферок. Подожди, а что, ее нельзя исследовать, что ли? Золотую закладочку открой, там будет это правило про карету. Нет, ее надо... Там не было вопроса, там именно было прописано. Вот. Вот. Про карету. Нет, она тут где-то выходит, эта карета, вот в каких-то вот этих, вот. Вот, красный один, карета уезжает. Угнать повозку, господи, все понятно, да, это может победить возницу. Два белых кубика, да. Вот, все, давай. Так, нормально. Да что нормально? Избавляемся, нормально. Давай. Ничего. Так, это было за еду. Да. Теперь за золото давай Дэну ход. Пока она не уехала, надо. Да, надо. Даю, конечно. Пробуем. Надо это. Да что вы делаете? Да зачем ты мешок взял? Он белый поставил. Давай. Я ж на него прям не могу. Обидно. Спокойно. Ну, еще есть серый. Да, серый, еще желтый, есть еще шанс. Главное не красный. Главное не фиолетовый тоже. Да фиолетовый. Красный. Рок. Труби. Пожалуйста, только не красный опять. Серый, давай, действуй. Я? А разницы нет. Кто хочет, держи, я белый закинул. Давай ты с моей удачей, я что-то... Расстроился. Ну там белых сейчас много. Есть. Есть! Все. Есть, красава. Поехали. Это сразу, да, сразу, получается? Сразу. И вот это закрывается, оба, он уезжает. Или только оба? Читай правила кареты. Или все, кто находились там. Это, по-моему, двое важно. Могут. Ну, мне тоже так кажется. Вот-вот. Вот она, повозка. Двое. Нет. Он может свою стоящую на место кучера и оттуда запрыгнуть на замковую стену или спрыгнуть на двор. А типа на месте кучера, если стоит. А, надо еще и на место кучера было встать. Нет, это тут, вот. Если ты встаешь на место кучера, ты можешь перепрыгнуть на стену. Типа, не, нафиг на стену.
Либо во двор. Ну, чтобы сократить. Во двор. Ну, тогда вот так во двор. Да. Все, а я здесь остался. Он уехал. Типа, твоя фигурка не может на лошадях стоять. Да. Ты типа приехал вылез. Все. Ну все, теперь тебе еще палача надо отдохать. Блин, а я без шапки, без плаща. А что тут? Ну накидывай теперь белых кубов. Ходи. Будем. А, ты еще и ходишь. Ну, сам белый себе накинь. Просто походи там пешочком. Все равно не дойдешь сразу. Давай. А, ну я ж могу вот так ходить. Что? Да? Ну давай сразу заберу мешок, этот сундук тогда. Вот, кстати, может быть событие другое. Давай. Да? Проверяем. Читай. Ты просто походил, не бегал? Просто походил, я не бегал. 121. Ой, дайте мне шапочку, дайте мне плащик. А, это 72. Я девочка не может. Вот. Тяжелая дубовая дверь сокровищницы, кажется, надежно заперта. Вы собираетесь подыскать что-нибудь. Заперли. Ну, короче, тоже ее не заперли. Нет. Уберите жетон. И в середину. Блин. Сундук забираешь. И вот теперь задача 2. А-а-а. По-другому надо будет уходить из замка, видимо. Теперь переверните жетон 46, левая башня. 46? Вот этот, а-а-а, да. Внезапно во дворе начинается суматоха. Ё-моё, это что за... Голос шерифа отдает приказы. Кто-то кричит: «Осторожно! В замке злоумышленники!» Только если вы использовали веревку, чтобы попасть в замок... Нет. Задача. Вы должны найти способ покинуть замок, чтобы игрок с сундуком отнес свой груз к кузнецу, который сможет его вскрыть. Примечание. Можете передавать друг другу ко все другие предметы. Вложите золотую ленту здесь. Все то же самое. Режим «Новая игра плюс». Продолжайте читать, только если вы уже однажды прошли всю игру полностью. Не надо. Ничего себе, тут еще «Новая игра плюс» есть. Обалдеть. Молодцы, это круто. Реиграбельность сделали. Да, хорошая реиграбельность. Ну что, дальше? Никто на тебя там не сагрился? Как это было? Ну просто появился вот этот хрен с мечом, стражник. Поехали. Бамс, красный. Да нормально. А его ничего, нельзя убить, ничего? Ну еще не знаю. Он квадратный. Походу, это неубиваемый стражник, да. Посмотрим. И он охраняет, что, вот это и вот это? Посмотрим. Как? Пока непонятно. Понятно. Просто они, короче, они пока на страже. Они узнали, что кто-то залез сюда. И такие, типа, что? Это не стражник, это квадратный жетон, а стражники овальные. Да это понятно, так, но это командир какой-нибудь. Просто я говорю, они сейчас на взводе, типа, что происходит в замке. А потом там будет, если этот перевернут. Да, понимаешь? Они могут же тебе вот эти выходы перекрыть. Конечно, поэтому... Так, смотрим, красный. Полоски нету. Минус один за каждого. Раз, два, три. Раскрываем, замешивается вот тот. Вот этот замешивается. Держи. И вот так. Этот убрал? Да, один убрал. Так, 5, 8, 10, 11. 10, 11 в лесах. Бой, если так, ты втяни. 10, 11. 5, это вот тут. Это 4, а 5... 8 16, внизу. 21. 5 вот он. 8 вот он. 15, 16, 21 открыли? Нет. Ага. 16, это вот этот закрылся. Вот 15. Шляпник уехал. Моя шляп. Вот меч. 21. 15, 16, а 21 это где-то, вот... Где-то рядом было, вверху, по-моему. Вот здесь. Вот. Ага. Ну и что, мне эти мечника валить? Ну толку. В этом есть... Смысле, какой? Что фут и это. А, ну только... Они же едут. В этом есть смысл. Вот так. А, кстати, этот когда открылся? Сейчас открылся. Поймал меня. Он его поймал. И раз-два из-за этого. Да? Да блин, вот поэтому в этом есть смысл. Чего там? Фиолетовый еще пока не замешивался. Или уже срабатывает он? Срабатывает. Уже. Он же замешался. Классно, два раза едет. Раз и два. Ну, дважды едет, да, и шесть фиолетовых. Если сразу срабатывает, если замешивается сразу, не со слющей хуйни. Давай. Да. Короче... Ой-ой. Я бежать буду, ребят. Беги. Шантропопец к тебе. Я быстрее. Хотел, конечно, сюда. Может, он откроет проход тебе. Ничего какой-то. Ничего он не откроет. Почему ты так думаешь? Мне кажется, ты туда попадешь, обратно нет. А он выезжает, а не въезжает. Я не уверен.
Вы только веревка, 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 веревка. Все, да, палача пинать. Может, вот это бы открылось. Палача. Может, ладно, замешиваем. Долго думать-то. Ну чё, тут надо думать тогда. Зачем? Да, конечно. Да ты издеваешься! Раз, но два, он все равно выйдет рано или поздно. Давай жетон. Жетон. Может, сейчас что-то поменяется. Смерть. Где? Вот он. Да. Змея. О, здрасте. Херенно. Значит, раз, подожди, два. Вначале все открываются, потом все строят. Давай, да, все откроем. 6-12. Книгу, Дэн. Так, 6-12, 12. 6 здесь. Где-то я как будто видел. Вот там наверху. 15-19. Так, 15-й, вот он, уехал меч. Ну, ты не побегу я туда. А 19... Вот здесь, вот, слева. Да. Угу. Да, это все далеко. Далеко, да. Блин. Вот теперь минус 2. Очень резко. А у тебя тут ничего не происходит? Бой не будет там что-нибудь? Нет, я также пойман. А! Что? Ты там он что, опять меня поймал? Нет, он тебя... А, нет, я ж лежачий, да. Я тебя поймал потом. Я тебя поймал! Давай, давай. Нет, я тебя поймал. А я тебя опять поймал. Давай иди палача бей. Или накидать тебе сначала. А что мне это даст? Ну, убью я палача. Веревку даст. А, убью. Веревку берешь, сундуком бежишь сюда. Это наша основная цель. Лучше дайте ему убежать. Ну, я хочу убежать. Его, да. Его же шантропопец завалит. Бежать надо. Откусит ему ноги, будет такая же, как у меня история. Убегай. Ну, мне кажется... Убегает шантропопца. Так, знаешь, что я сейчас... Убегай так, чтобы с пользой. Ну, с пользой. Левые кубики валить. Естественно. Или, ну, валить надо только этих, да. Блин, я не достаю. Не достаешь. А ты... Ну, я максимум. Встань вот сюда, ну, стражника и стреляй. Да я сюда добегу и выстрелю. Давай, да, я да, вот да, этого да, еще хочу ограбить. Ну, это уже в следующий раз. Да. Он у меня еще хоть сейчас будет, я думаю. Стреляй. Ну, я думаю, я достаю, правильно? Да, да. В любом случае, хотя бы... Ну, а куда ты белый замешал? Я белый... замешал. Я хотел. Потянулся. Но передумал, да, потому мне что я бежал. Мне надо померить. Да, настоишь. Да, блин. Просто белый кубик в минус. Ну, зато блин, плюс, нет, да, не в минус, мы дали вот это. Ну, тут их больше скинуто. Да, главное, палача сейчас валим. Так. Да нет! Да это основная цель. Дальше поехали. Давай. Ты в прошлый раз вальнул его палача, и что? Мы проиграли. Не хватило мне убежать времени. Ну вот. Подожди, а зачем вот нам палача? У палача он берет веревку, спускается, бежит а в кузнецу у него нет и видит. Веревки сейчас. Вы уверены, что есть веревка? Да, больше негде брать ее. Белый замешай и давай. Давай. Подожди, вначале почитать надо. Тут а, есть, давай. Там может другое. 126. Золото для короля Ричарда? Угу. Нет, то же самое. Угу. Два белых кубика надо. Ну давай, надеюсь, повезет. Удачи. Нас. Красавчик. С первого раза. Вот кто должен всё был идти. Бежишь на выход. Перевертухай его. Угу. Так, поехали дальше? Да. Все, все ходы ему. Фиолетовый. Подожди, все ходы ему. Вот, видишь, три, хорошо, что ходы дали ему ход. Три фиолетовых. Сейчас его шантропопец бы зашантропопил. Три фиолетовых. Да-да-да. Мне тоже сейчас надо вот это, и это надо поднимать. Потому что мы можем еще и вот из-за этого проиграть. Вы не забывайте. Все ходы нельзя отдавать одному. Конечно, нельзя. Зачем все ходы одному? Он... Это вин! Да какой вин мы сейчас проиграем вот из-за этого? Да. Если мы с этим что-то не сделаем. Конечно. Ты че, Фил? Мы в прошлый раз делали то же самое и проиграли. Я тебе еще раз говорю. Нельзя все ставить на еще это. Один фиолетовый. Еще три кубика. Но он не дойдет до меня, но три, да. Поэтому я же говорю, тут бежать еще. Я согласен надо с ним. Вот это накидывайте. Ну, делайте, что хотите. Ну, я сейчас здесь сделаю. Сейчас еще белые будут дальше. Вот я хожу. Да. Я иду максимально далеко. Ну, понятно, я тут дохожу вот так вот. Да. И один сюда замешиваю. И мочи его. Мочу. Там потом белый Бамс будет, еще свалишь. Минус. Да, еще будет белый, я еще свалю наверх. Отлично. Все, убил. Есть. Рок. Два. Да? Еще раз, рок два есть, теперь, если что.
Шикарно. Брок хорошо. И я потом сюда залезу, он меня потеряет и пойдет к вам. Сейчас я стражника и вот этого привалю. И все, мы от него избавились, я же говорю. Либо... Вот этого сейчас привалю. Да. Ну тут надо немного это тактически. Ну давай мешок. Твоя задача к кузнецу идти договариваться, пока я тащу сундук. Понял? Подожди, а вот это ты что не замешал? Ну ладно уже. Ну я его верну просто вот так. Этот сюда. А, ну все. Все, окей. Не торопитесь. Вот, подняли. Вот это другое дело. Сейчас. Теперь единичку потеряю, максимум двоечку. Еще одни останутся. У нас, грубо говоря, два хода. Следующий. Может быть, три. Все с белой. Там остался белый. Доставаем. Да. Больше нет. Все. Надо нам сейчас, что чтобы надо? Я сюда плыл. Там два фиолетовых замешивается. Нет, Фил, не надо. Будем, я притащу сундук, и нам его никто не откроет. Я буду там стоять с ним. Два фиолетовых? Не это надо. Не страшно. Зачем? Надо договориться с ней. Ладно, потом давай, откроется давай. Он. Да, я понял, погнали. Да. Просто я бы, может, более полезно что-то сделал бы. А что тут полезно? Это вин, как ты говоришь. Давай. Ты понимаешь, что тебе-то все равно вот сюда идти. Я понимаю. Но сперва с ней надо договариваться в любом случае. Ну давай, а потом давай, с кузнецом. Давай. Ну ходи тогда. Ну все, я да. приплыл. А что нам два этих полезных? Ну будет два фиолета. Я замешал два и один белый. Да, один белый. Вот, так что всего один, считай, фиолетовый. Так, давайте теперь я похожу. Давай. Давай, сваливай куда-нибудь. Вот я сюда. Лезу вот сюда. Стоп, если что, вот с этой стороны. Я можно. Лезу вот сюда, смотри, как я делаю. Угу. Раз. Прыжок. Да, раз. А, этого шлепнешь? Да. Отлично. Два. И стреляю сверху по этому. Вот отсюда. Это один замешался. И давай валить. Нет. Вот еще поскидываем сейчас. Ой, и белый. Давай, давай, давай. Да блин. Нет. Ну, скинул. Следующим ходом. Ну ничего, там 4 нормально. Он ничего не угрожает, типа, да. Ну стоит и стоит. Но лишним не будет. Я потом отсюда откуда-нибудь пальну по нему. И я. Да, да, да. Я бегу. И я замешиваю тогда. Run, Forest, run. Беги как только можно дальше и в тень прячься. Тут надо. Там по ступенечкам надо. А снизу можно по стражнику шмальнуть? Да. Шмаляй тогда по нему. Чтобы он тебе не мешал. Ну да. Из тени как раз. Со ступенек. Вот здесь да, вот да, максимально да. стою, чтобы давай. Он меня не поймал. Можешь, можешь. Без белого, но шмаляю. Давай. Держи. Люка такая. Нормально, нормально. Я еще скину. Я тебе. На. Отлично. Нет? На. Отлично, супер. Минус. Плюс один. Часики. Часики. Все, и по новой, да, поехали. Да. Давай. Бам, зеленый фиолет. Я, ну, с двумя этими я дохожу до сюда. Закинули. 200. Двоечку читай. Кто сможет открыть сундук, спрашиваю, сразу говорю. Ты, скорее всего, ты уже знаешь. Как попасть в замок? А. О, как попасть в замок? Рикон замечает вас. Что-то сделать с сундуком? Да. За этим идите к Алексу. Еще что-нибудь тебе нужно? А, еще что-нибудь? Как попасть в замок, не поможет ли она чем-нибудь? Помоги нам чем-нибудь. С прошлого раза она запомнила, видишь, и говорит, иди сразу к нему. Прикольно. Подожди, а кузнеца мы зачем перевернули? Так, а, потому нет, что мы его еще не открыли. Сказал. Мы его еще не открыли. Там одна, да. Ну, чем она помогла? Едой? Да, конечно, вот, держи каравай. Теперь вы можете положить один кубик своего цвета на изображение припасов. Затем переверните жетон кузнеца. А теперь у нас открылся кузнец. То есть мы сразу к кузнецу идти не могли. Короче, это типа единственный вариант. Да, вскрыть сундук это единственный вариант. А, я поэтому... Ну, красный меня... Ну ладно, хрен с ним. Рог. Будет красный, дуданем в рог. Давай. Дуданем в рог, да, нормально. Пусть, наверное, будет к кузнецу идти. А зачем сейчас? Сейчас фиолетовый. Не надо кузнецу идти. А, я его вольну так, пешком. Фиолетовый поехал. А, тебя не видят. Не видит. Ко мне. Либо вот ко мне. Ну, в любом случае, он куда-то сюда едет. Да, пусть едет. Вот, фиолетовый. Куда-то сюда. Да, спиной поехал. Ты пофиг. Вообще плевать. Он медленный. Кто поймет, как... Он уже хрен доедет. Вам сбило. Все ходят. Первым ты их сваливай. Белый куб. А, давай я из тени его просто прошмо... давай, ну, давай, я с кузнецом не буду говорить, я знаю, что он делает. Да, с кузнецом пока рано. Достреливаешь? Держи. Достреливал. Белый замешал? Да, конечно. Мачки. Мачки. Так, хорош. И теперь белый. Нет. Ха, нормально. Минус ну, не 3. Страшно. Ну, пока главное, не страшно, что он тебя не шлепнет. У нас 5 у барда, бар. Самое главное, что не шлепнет. Лютик там пока это исполняет. Да, пусть исполняет. А, подожди. А не вы не походили. Да, 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 рано, рано. Дэн, давай.
Дэнди Гиден. Ну, я пошел туда. Подожди, я дойду. Да ты дойдешь. Да ты беги, если что. Ты туда перемещаешься. Если что, я бегу, естественно. А, дошел. Дошел. Белый. И сразу, да, юзаешь? Конечно, 111. Ну, а я... Тут можно прикинуть, сколько глав. 111, Филипп. Да, да, 111. Ну не 110, где ты смотришь. Да вот, да. А, ну тут просто перевернуть. Все, ну все. Все. Я вот... сделал веревку. Ну и мой ход. Я и веревку у меня убери. Я встаю вот сюда, прям в самый-самый краешек. И стреляю по этому. А ты можешь прям? Ну да, можешь. Могу, конечно. Там не написано, что нельзя через лес. Там наоборот можно сверху. Можно, сверху можно. Да, да. А я сверху и стою, да. Я не через лес. Я на этой. На пипочке. Да, на краешке. Балансирую. Давай, Леголас. Я с одной ноги. Да ты меня видел, я здоровый какой, какой Леголас. Один. Понял. Стоит там такой. На пальце. Есть. Все походили. Сразу с трех луков стреляют. Три стрелы заряжает. Ну и ходи. Белые кубы делай. Хотя я не знаю, они наружу не пригодятся. Он там рядом, не надо. Пусть он к вам. Уходи тогда вот по этим мосткам. Да, 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 да. Просто здесь сейчас кто-нибудь появится, 100%. Да. И чпоньк вот сюда получается. На поворотик. Пуньк-пуньк. Замешать. Никита плей. Пунь-пунь. Красный. Давай с этого. Минус три. Раз, доставай два, жетон. Три. Поехали. Давай красивый. Раз. Красивый. Плюс один. Очень красивый. Так, три и пять. Стражники. Третий вот тут. Вот этот ушел. Отлично, вот он там и не нужен. О, значит красиво. 14-16. 14, вот он приехал. 16, вот этот с шапкой приехал. Шапка. Ух, сколько их понаприехало, блин. Раздолье. Надо такое. Грабить. Собирай. Минус часы. Минус да. Часы, минус часы, минус часы. Нормально. И... Все, бежим. Всё. Отлично, дальше поехали. Филолет. Шантропопец. Поехал. Три вам. Фиолетовых. Да, я замешал. Есть. Три фиолетовых. И желтый. Давай, беги! О! Прям ран? Mm-hmm. Ну да, а что желтые экономить? Фу, эти белые. Да-да-да, не они надо. Они уже экономить. Не нужны. Сейчас уже не надо. Их тем более там дофига. Реально дофига. Не знаю, как мы их успеваем так накидывать. Круто. Каждый ход прям экономим. Блин, а если твари-то придет? Ну встань вот сюда в угол. Давай вот сюда. Да, встань. Ты добежишь. А потом в следующий следующим раз ходом. Все равно смысла нет, то, что это там полсантиметра ближе, дальше. Да. Так. И серый. Да, ну и ты беги еще тем раз. Более. До кузнеца добегаешь? Да. Добегает. Смотри. Да, прям беги. Отлично. Раз. Два. Отлично. Ну добегай. Все. Молодцы. Фу, подожди, может еще придется проверки проходить. Ага. Ну пройдем. Че, первый раз что? Смотри. О, красавчик. Так, только если у вас есть сундук. Стоят. Так. Алекс приветствует вас. Когда вы объясняете, в каком деле вам нужна его помощь, кузнец соглашается, не раздумывая. Настолько велика его ненависть к шерифу. Будь его воля, лично бы вышел драться и с ним, и с его приспешниками. Алекс в два счета помогает вам втащить тяжелый сундук в свою кузницу. Уберите с изображения сундука. Так. Силач быстро достает свои инструменты и принимается вскрывать массивную железную окову сундука. Проходит мгновение, и железо поддается. Крышка тихонько открывается. Оттуда выпрыгивает Славик. Когда вы заглядываете внутрь, на секунду вам кажется, что там сложен Вова. Что вам все это снится. Это просто невозможно, шепчет кузнец. Этого не может быть. Вы победили. Что было найдено в сундуке, вы узнаете в следующем приключении под названием «Трудное решение». Интрига. Особая там награда. Золото. Особая награда. Ага. Пока вы пробуждали в людях новую надежду, соратники в вашем тайном лагере не сидели сложа руки. Прямо сейчас переверните жетоны 30, 32, 34, 37 и 38. 30, все в лесу. Вижу. Тихо, 30. Они построили еще все 32. В лесу. Да.
34. Еще мосты. 34 вижу. И 38, правильно? Угу. Вот это. 30, 32, 34, 37. А, 37 вот еще. Вот, 37. А, 38? 38 нет. И еще 38. И 38, все. Ага, чтобы у вас к следующему приключению был доступ на древесные мостки в кронах леса. Важно! Поместите все убранные жетоны обратно на игровое поле. Все убранные жетоны обратно на игровое поле. А, да-да-да. Вот так. Нет, он не помещает. Этот никогда. Я понял. Оставьте все прочие жетоны на поле, как они есть. Теперь вложите обе ленты на страницы 42 и 43. Ну, это типа следующее. Если вы хотите сыграть следующее приключение, начните читать со страниц, заложенных этими лентами. 42 и 43. Ну, вот так как-то, друзья. Со второй попытки, но мы одолели. Нормально, не, нормально. Отлично. В принципе, реалистично. Как будто они попытались и такие, валим, не получилось. Шухер валим. Сработал, валим, да. Второй раз такие подумали, приходят к ней, мужа ищите, да, иди. Не, мне игра все больше нравится. И плюс тут еще есть новая игра плюс, то есть реиграбельность заложена. Да, да, да. Классно. Даже проигрыш какой-то сюжетный получается. Да. Ну, а на этом все. Увидимся в следующих видео. Пока. Давайте, пока-пока. По мосточкам прыгал Фил, стражу с лука он мочил. Прыгнул раз и прыгнул два. Черт, а где была стрела? Ехал дядька через лес, но за кустиком исчез. Вышел Дэн, поправил шапку. Кошелек он сгреб в охапку. А Никита мощный малый, дуралей он разудалый. Руку Филу на плечо положил он. Ну и чё? Фил в торец бьет палача, очень громко гагача. Но палач лишь покачнулся, и Филипка в тень метнулся.